Дорогие друзья, ну давайте я сначала немножко вам расскажу буквально о себе. Действительно, это вот новая конференция с данными организаторами, которые вас сегодня пригласили на нашу встречу. Мы уже работаем долгие годы, но по другим разным темам. Это было связано со здоровьем, с питанием человека, да, там, с лечением болезнями. И вот наши организаторы, кстати, и по моей в том числе просьбе, предложение, решили организовать вот такую действительно интересную конференцию по земледелию, по дачному строительству и так далее, и так далее. И я приму участие в этой конференции в новый два раза. Сегодня мы будем говорить о почве, о... Ну, собственно, я расскажу сейчас чуть позже о чем и начнем. А пока новые люди к нам сейчас подсоединяются, я расскажу еще, что я буду общаться с вами и говорить на тему экостроительства. Значит, чтобы вы побольше знали обо мне и понимали уровень, ну, моих знаний, а, собственно, как говорится, встречают по одежке, провожают по уму, это вы увидите сегодня сами, оценку мне дадите моим, тому, что я вам расскажу, полезна ли эта встреча, оцените. А немного скажу, ну, о чем, да, будем мы сегодня говорить. Ну, во-первых, я сейчас расскажу, что такое почва, как она вообще образуется, что такое плодородие, а главное, ведь мы сейчас считаем, что вершина качественных продуктов, это экопродукты, биопродукты, на самом деле это не так. Есть более высокий уровень, просто нет ему названия. Но мы сегодня будем говорить еще с точки зрения пользы человека, то есть коснемся вообще разных тем. А польза – это значит, что набор микро-макроэлементов должен быть определенный, который должен быть не по табличкам теоретическим, которые мы открываем, смотрим, сколько данный овощ, фрукт там содержит в себе, да, а от того, есть ли эти минералы вообще в почве. Ну вот немного сейчас этой темы коснемся, поговорим о теплицах, о зимних садах. Я буду вам показывать слайды. Я переключу вас сейчас на презентации, и мы будем с вами смотреть, чего можно добиться, применяя определенные технологии, о которых я вам сегодня расскажу. Технологии простые достаточно, и в масштабах ваших нужд, так сказать, от малых до больших, вы сможете просто масштабируя применить эти знания, эти нюансы, которые я вам сегодня буду рассказывать. Так, немного о себе, чтобы вы понимали, кто я. Я действительно, я биолог, я всю жизнь занимался живой природой. Последние там, ну, почти 20 лет там у меня идут каждый день стройки, причем это все экостроительство. Я очень такой человек, как сказать, перфекционист, не терплю никакой химии, поэтому у меня натуральные материалы каждый день. То есть опыт колоссальный, у меня несколько хозяйств. Когда-то много лет назад, очень много уже, я понял, что есть то, что продается в магазинах, нельзя. Ну, потому что своя жизнь дороже. И, собственно говоря, пришло понимание, что, ну, никак, надо выращивать. Тогда еще эко-био там магазинов, ну, в общем, не было. А, значит, я понимал, как все устроено, и, собственно, понял, что нужно найти место. А я, поскольку москвич, то где-то подальше от Москвы, чтобы, так сказать, создать свое хозяйство. Я нашел сначала в Тверской области, начали там под Селигером, это Волга-Верховье озера, Верхневолжская вот система озер, Узговая деревня, там у нас Стерж озера. Вот, начали там, потом, в общем, не вдаваясь в подробности, это все, может быть, не так интересно. Нелидовский район Тверской области, это заповедник, природный государственный биосферный заповедник, там хозяйство, в общем, очень серьезное хозяйство я построил в Тверской области, в Ржевском районе, собственно, вот как раз где я основал эко-поселение, оно так и называется Картошина, по названию деревни Картошина. Там у меня теплицы, хозяйство, вот как раз будет много слайдов сегодня именно оттуда. Я вам скажу, вы сразу поймете, это вот Картошина, то самое вот эко-поселение, мое хозяйство. Там и зимний сад огромный, большой, там и, ну, в общем, комплекс целый, много построек, теплиц, там вот все, что мы будем сейчас говорить, да? А далее. И сейчас, вот я, кстати, трансляцию свою веду сейчас из Пушкинских гор. Это Псковская область. Там я вот уже открыл первое здание своего эко-отеля, эко-гостиницы. Ну и будет здесь обучающий, оздоровительный центр. Собственно, кстати, сегодня утром последние гости мои уехали. У меня было 1 до 3 апреля занятие по как раз теплицам, зимним садам, по созданию, обустройству, практикум такой. И ко мне приезжали люди с разных городов страны, и вот, собственно, размещались у меня в отеле, и я вел занятия. Вот, значит, что это, там многофункциональный интересный объект. Кстати, в конце, наверное, ну, апреля, начале мая я буду тоже проводить очень интересное по экостроительству занятия отсюда. У меня как раз будет строиться одновременно, перевозиться 5 срубов,
небольших таких выкапываться пруд, озеро, ну и еще кое-какие вести себя строительные объекты. Ну что ж, давайте теперь, значит, переключимся, наверное, на слайды, хотя буквально еще несколько слов я вот о чем скажу. Значит, в моей жизни очень много разных видов деятельности и направлений было. Как я говорил, все они связаны с природой, да, от разведения там разных рыб, в том числе, правильно сказали, пресноводных скатов, до вот того, что я эволюционно, так сказать, ну, поскольку, знаете, когда начинаешь хозяйство и хочешь себя, свою семью обеспечить большим количеством продукции, экологически чистой, во-первых, это огромные затраты, ну, когда в масштабах, так сказать, плюс... Опять-таки, если это удаленность, транспорт и так далее, люди, а это ручной труд должен, ну, он оплачивается, понятно, это все-таки не механизация, поэтому экопродукты всегда они дороже, и они всегда будут дороже, чем химические с применением техники и так далее, то мы, собственно говоря, понятно, хозяйство стало укрупняться, значит, появились излишки, чтобы хозяйство было не убыточное, хотя бы самоокупаемое, а потом и прибыльное. Я открыл фирму, которая стала поставлять эти продукты. Люди стали пробовать, знакомые, потом уже знакомые знакомых. Это все очень нравилось. Ну и поэтому вот, собственно, у меня есть фирма уже, которая занимается именно продажей экопродуктов питания. Это, значит, nadgard.com сайт, если будет интересно. Вот, 20 направлений деятельности у меня, начиная вот от продуктов питания до ведения лекций и занятий по оздоровлению человека, там, ну и много-много других направлений. Если будет интересно, найдете мой блог главный, и обо мне прочитаете и посмотрите мои лекции. Кстати, сегодня я буду рекомендовать некоторые лекции, поскольку у нас время ограничено, а тема органического земледелия вообще настолько важна, те данные, которые я буду говорить и не смогу раскрыть глубже, я просто вас буду, например, отсылать, и мы вам потом дадим ссылочки, где вы сможете посмотреть подробнее. Так? Ну, а теперь давайте сейчас мне не ошибиться с тобой, потому что я с компьютерами не очень хорошо знаком. Ну, скажем так, вот эти нюансы всякие. Ну, вроде бы сейчас должен правильно все открыть. Так, открываю я сейчас первую папочку. И расскажу сначала, давайте так, про... Вот сейчас... Должно быть видно, сейчас, одну секунду, полностью на экране фотографию. Я просто попрошу, так сказать, Данил, скажите, что да, видно. Да, видно, отлично. Отлично, ну все. Так, дорогие друзья, давайте так, вот я несколько фото покажу. Это не мое хозяйство, но это там территории, которые там я в свое время выбирал под хозяйство. Вот я почему вам хочу акцентировать на таких как бы нескольких природных слайдах. Я вам расскажу о почве. Давайте, это очень важная вещь, то есть вот которую надо понять. Я постараюсь сейчас очень сложные биологические моменты очень легко в доступной форме, в простой, рассказать вам, чтобы вы просто поняли, как все устроено. И почему самая большая проблема сейчас органического земледелия и вообще тем более сельского хозяйства – это бедность почвы. Но не в том, что вот как могут это понимать многие там черноземы, стали меньше, если это черноземная зона. Да, они стали меньше. Вопрос в другом. Вот представьте, больше 100 лет развивается интенсивное сельское хозяйство. Минеральные удобрения уже там около 100 лет используются и так далее. Что происходит? Вот собираем урожай, монокультуры так называемые, на поле пшеница или свеклы засеянные и так далее. Да, был севооборот, что, конечно, хорошо, он уже практически не соблюдается, но, может быть, какими-то хозяйствами. Все выжимают сейчас до последнего. Вот что происходит. Даже в нашей стране, в Европе я уж не говорю. А дело в том, что для нашего с вами здоровья самые необходимые вещества, как раз это, кстати, не белки, а аминокислоты, это, а именно минералы, потому что минералы мы синтезировать в своем организме не можем. Белки синтезируются в каждой клетке нашего организма, в рибосомах, органеллы такие есть. Биосинтез белка в школе изучали, плохо только. Из аминокислот. Они строят. Аминокислоты есть в любых растительных прочих продуктов. В любых, просто там не в одном есть все 26, все 8 из 8 незаменимых, а в двух, в трех все есть. Их мы синтезируем. Еще кишечная микрофлора наша симбиотическая, если она развита, если мы относительно здоровы, она тоже синтезирует аминокислоты, которые потом идут в каждую клеточку нашего организма, да, распространяются и синтезируются нужные нам в данный момент времени белки. Углеводы все еще проще, жиры понятно, и все это взаимопревращаемо. То есть, по крайней мере,
из белков, углеводов и жиры могут образовываться из белков, жиров, углеводы, но только минералы. Причем, давайте так, есть макроэлементы, микро. Макро – это вот фосфор, азот, калий, калийные удобрения. Все это как бы можно добавить в принципе. И растение в себя это возьмет. Но нам-то для жизни с вами надо сколько? Несколько десятков, около 80 различных микроэлементов. И такие, как кремний, литий, йод и прочее, селен, крайне необходимы для многих биохимических реакций, для нашего с вами здоровья, для гормональной системы, там, для очень важны. Так вот, постепенно получая, недополучая их, получая дефицит, мы идем, скажем так, к болезням определенным. Так вот, а в почвах даже ученые проводили такую выборку, когда брались определенные территории, там засеивались, выращивались определенные культуры, и каждые 10-20 лет замерялось количество микроэлементов, в том числе, да, макро- и микроэлементов. И вот выяснялось, что, например, там селена, прочих ценных минералов в 5-10 раз, например, в 20-м году, в 40-м, 60-м, 80-м, так вот, мы дошли до нашей с вами жизни в несколько десятков иногда раз количество микроэлементов, важнейших микроэлементов, а меньше, чем это было по табличкам, когда-то рассчитано, мы до сих пор все считаем по тем теоретическим таблицам, которые были когда-то. Это средняя, не, даже не средняя температура по больнице, сейчас это катастрофа. Уверяю вас, что именно в этом является самая большая проблема. Теперь быстро, в двух словах, вот я не просто так показываю вот эти мощные дубы. Дело в том, что, понимаете, в чем суть? Почва, верхний слой, он не такой большой, плодородный. Но плодородие в дикой природе сохраняется, потому что микроэлементы, макроэлементы получаются с листовым опадом. Листья формируются в процессе фотосинтеза, на свету образуются органические вещества, но минеральные это соли с водой из корневой системы растений вбираются в свое тело, формируются и падают в опад. И вот этот опад формирует биогумус. Это сложный процесс, в который участвуют бактерии почвенные, грибы, микоризы, вот эти высшие грибы, которые в симбиозе с корневой системой растений живут. Все это на монокультуре, в почве, на пахоте, на предусадебном участке, все это нарушено, эти связи. Потому что мы все считаем сорняками, к сожалению, что в природе их на самом деле нет. А вот если монокультура, что-то остается одно, и одно растение более сильное, оно, конечно, забивает. Вот понимаете, даже борщевик Сосновского, тот страшный, как говорится, враг, вот там по дорогам растет все. Но когда, я смотрю, природа берет свое, когда сельское хозяйство, человек перестает этим заниматься, и природа постепенно замещает эти территории разными видами деревьев и прочее, они меньше, меньше и меньше становятся. Вы понимаете, это связано с тем, что нет в природе ничего того, что не нужно. Но когда мы нарушаем ее, вот эти миллионолетние законы, по которым вот эти законы причинно-следственных связей, а в природе все подчинено законам причинно-следственной связи, четкой, жесткой логике. Просто если мы это не знаем, мы не поймем. Ни как все происходит, ни как мир устроен, ни кто мы в этом мире. Это важно понимать. Потому что законы от капли воды, биологические, биохимические законы, да, до космоса, там, космии, они одинаково идут, совершенно абсолютно. Так вот, вечные леса – это те леса широколиственные, которых сейчас почти не осталось в средней полосе России, только где-то вот на Дальнем Востоке еще осталось, ну и где-то в Европе. На самом деле это вот эта сложная пирамида лесная, где в основе дубы. Эти экосистемы, в отличие от хвойных лесов, могут существовать вечно. И, кстати, хвойные леса формируют слой биогумуса, вот этого плодородной почвы, где листва перегнивает иголочки и остается плодородный слой. Так вот, хвойные леса дают всего лишь сантиметр плодородного слоя в 100 лет, а широколиственные леса, где дуб, граб, вяз, бук, сантиметр в год. И вот те самые почвы черноземы в степях, это как раз были когда-то леса, это все доедаются последние вот эти, так сказать. Был план при Сталине в 47-м году, когда эти леса пытались возродить на южной части России, лесополосы мощные высаживать, вагонами дубы из Воронежской и других областей возили. Это был целый колоссальный план расселения людей вот в такие, как типа коттеджные поселки, ну, некие деревни такие новые, нового плана. Просто кто не знает, это очень интересная тема, которая, кстати, могла бы
кардинально изменить образ жизни вот, людей, закрепить действительно качественную, хорошую жизнь на Земле, то есть уже после военных тяжелых лет это стало возможно, это появились эти планы, собрали ученых, это очень интересная тема, кому будет интересно, потом посмотрите, кстати, у меня в блоге тоже по этому информация есть. Так вот, вот этот почти тысячелетний дуб, который здесь, Арибина, вот этой, больше 100 лет, это снимок сделан в Нелидовском районе, в биосферном заповеднике, вот, и я что просто этим хотел показать. Так вот, почвы, чтобы формировались плодородные, нужны взаимосвязи сложные в экосистеме, в лесной, ну, среди сотен растений, да, различных. И вот они, вот, вот тут была деревня, кстати, когда-то, видите, огромная лиственница такая, лет ей 200 как минимум, а там яблони до трех там этажного дома и больше вот размером, да, старый, которым некоторым по 100 и больше лет. Древняя деревня, которая умерла еще в 80-е годы, к сожалению. И вот была там возможность, ну, я в другом месте рядом стал делать хозяйство. Вот плодородный слой, очень большой, трава растет там по 2 метра уже в июне. Вот, значит, вот есть такие места, заброшенных много у нас в России, сами понимаете, как корова языком слизывает деревню чуть ли не в день. А вот беда. Хотя территории много, а люди перестали трудиться, уже не хотят, не могут. Ну, на то была проделана планомерная работа, начиная с конца 50-х, ну, 60-х годов, по разложению, так сказать, нравственности, духовности, труда, настоящего любви, приучению детей к труду и так далее, и так далее. Это, в общем-то, я надеюсь, вы хорошо все знаете. Что нам делать сейчас? Собственно, у меня вот было несколько задач. Во-первых, первое – это для себя получить экологически чистые продукты. Вторую – научить людей. А дать как бы вот эти знания, которые у меня были там и накоплены путем там колоссального труда, там по 20 часов в сутки и так далее, и стремлений, и любви к этому делу. Я всю жизнь, прямо с раннего детства, так сказать, знал, что я буду, хотя я коренной москвич, да, но что буду жить на природе. Ну, собственно, я вот шел, как меня вела, что называется, там, жизнь, судьба. И многого я, конечно, в этом добился. Хочу передать знания другим людям, поэтому вот создаю такой обучающий центр еще, да. Меня многие смотрят, знают меня, как в основном люди смотрят, тысячи людей в день по здоровью моей лекции, но тем не менее, а это как раз и есть тема основополагающего питания. Это то, из чего будут складываться, строятся клетки нашего организма, в зависимости от того, что мы будем в себя вкладывать. И уж понятно, что химическая пища – это, ну, страшный вред, тем более сейчас в современной жизни добавились столько много факторов, которые влияют на нас с вами, на отрицательное, на здоровье, что, собственно, что тут говорить. Да, каждый фактор важен, а тем более пища – это основа основ. Ну, это вот кадр Волга, это рядом с Картошиной, как раз там, где у нас вот в Ржевском районе экопоселение, вот это вот одно из полей, где действительно природа восстановилась за последние вот эти лет 25, когда не было сельского хозяйства, это у нас там вот, на заднем плане. Такой как бы вниз склон, и там ручей, из него воду мы берем, воду на все хозяйство, в том числе там на полив, кольца вкопали, просто отвели ручей в сторону, дамбу некую такую сделали. Вот такой ручей, из нескольких он русел собирается, течет у подножья вот этой холма, мы отвели его и врыли 2 кольца бетонных, поставили насосы, туда подвели электричество и линии наверх прямо вот в дом, в хозяйство, и, в общем-то, с водой никогда проблем нет. Вот этот холм. Вот, значит, тут несколько слов. Смотрите, видите, все в основном осина, ольха. Леса-то вырубили, хорошие ценные породы. Земля начала разрушаться. Обезлесивание, вот эта тема обезлесивания и обезвоживания России, обезвоживание происходит потому, что с лет 200-300 последних вырубать стали очень активно по руслам рек, по истокам деревья, хороший строевой лес, ну и лес на дрова, а поэтому, соответственно, подстилка лесная осушилась. Солнце-то теперь шпарит, как говорится, не закрывают кроны деревьев, стало верхний слой почвы сохнуть, меньше, соответственно, родников, верховые болота сохнут, нету воды, и вот, пожалуйста, вам имеем то, что уже даже в Тверской области, так сказать, пересыхали вот в последние годы колодцы, где старожилы даже не помнят. Это вот эта проблема, кстати, не нова, в меньшей степени, но тем не менее, даже был такой Кюсси, написал книгу «Николаевская Россия», речь идет о Николае I, 1830-40-х, очень интересно, где про это уже тогда билась тревога. Ну что там говорить? Достоевский писал про вот и обезлесивание и обезвоживание. Действительно, сейчас эта тема крайне остра.
Есть целые, конечно, программы по восстановлению. Я знаю, как это сделать. Ну, я надеюсь, мы не раз встретимся, я расскажу об этом. Видите, мне хочется о многом рассказать, хотя тема наша о плодороде, о теплицах. Все, сейчас мы, не волнуйтесь, все будем говорить. Просто так важно это, я решил вот немножко тоже сказать. Значит, одно дело, вот что я вам хочу сказать. Когда заливные луга, да, вода, река, там рыба, продукты обменные процессов, вот жизнедеятельности рыб, растений, отмирания их, ил плодородный. Вот если заливной луг, как вот раньше Дед Мазай Зайцев половодье было, кстати, в Пушкинских горах еще это сохранилось, речка Сорок прям в 10 раз разливается по весне. Она, конечно, река выносит питательный ил на берега, потом вода сходит, питательный ил остается на берегах, да, там плодородные почвы, травы, которые там растут, особо сочные, поэтому все те, кто занимался там коров, держал, выгонял на заливные луга. Почему вологодское масло всегда ценилось, было особо ароматным, там это издревле, из древолюционных еще времен? А потому что заливные луга, вот эти в основном полноводные реки, которые из болот берут начало, из лесов огромных, нетронутых когда-то, и выносят вот этот питательный ил, он накладывается по берегам, это все идет в растения, растения поедают коровы, и действительно этот навоз, он был ценен. Сейчас навоз, это бессмысленно. Ну, то есть, как вам сказать, азот будет, будет расти, разумеется, расти-то будет, потому что азот, основной строительный структурный элемент, это да. Какие-то минералы, конечно, будут, но представьте, корова, если не на заливных, не на заливных лугах пасется, она ест каждый год, каждое десятилетие, все эти коровы, значит, уменьшающийся питательный состав, и, соответственно, навоз ее будет тоже содержать уменьшенное количество каждый год микро- и макроэлементов. Соответственно, только где заливные луга. Поэтому я вам расскажу еще о уникальном методе, как повысить не только плодородие, но термин плодородие означает, что плоды рождать. То есть как бы вырастут плоды в большом количестве. Ну, вырастут. А питательные ценности их какая? Если вам это важно, я надеюсь, но, понимаете, каждому разумному человеку, кто не думает об этом, никогда не задумывался, это понятно. Но если человеку вот дали действительно понять, что это, ну и он понимает, да, разумные вещи, то как может быть человек тогда уже на это дело плюнуть, но это на здоровье плюнуть, так нельзя. Так вот, дело в том, что есть метод, я о нем буду просто показывать, когда будут слайды, я вам расскажу, как это сделать. В простом варианте, в более, как сказать, сложном, в маленьком хозяйстве, в более крупном. Но хорошо, вот это надо помнить. Вот раньше было вот такие вот, ну, как бы и заливные луга, и болота, за такие вот берега заболоченные, все там идут очень с высокой скоростью обменные процессы. Ил, сапропель, кстати, это можно добывать. Да, вот ил, сапропель, если только по рекам выше по течению нету никаких химических там предприятий, что, значит, и экологическая обстановка, какие-нибудь болотца, вот это сапропель очень богатый, питательный, только он очень, как бы это вам сказать, такой легкий, но мелкодисперсный материал, поэтому воздух будет плохо проходить, надо обязательно там, либо, если это щелочная среда, можно торфом разбавлять, либо там, ну, песок, я вообще противник, это лучше та самая щепа, о которой я буду говорить, да, ну и сено покошенное, солома в перемешку дают прекрасный вот этот плодородный слой, да. Это мы сейчас поговорим. И вот, конечно, леса, которые, где вот есть такие нетронутые еще вот орешник, там вот завалы, все полностью, все экологические ниши заняты, аж достаточно солнечный день, а тут вот в основании, так сказать, темно. Вот, да, это, ну, таких лесов немного, очень полезная почва оттуда. Так, теперь, значит, смотрите, там, где есть поля, но я рекомендую, и вообще, если кто-то, фермер вдруг нас смотрит, вот засаживайте, делайте такие некие, ну, не больше там 100-150 метров на 100 метров сектора, то есть должны быть леса, и в них уже поляны. Вот это и ветер снижается, так сказать, скорость ветра, и плодородие высокое достаточно, потому что все-таки листовой опад и прочее, да, вот это надо иметь в виду, что вот старайтесь. Ну, это, кстати, заповедники не лидовском кадре, ладно, там вот даже значок такой, видите, специально фотографию я оставил, лягушка, осторожно, потому что тут занимаются серьезно изучением земноводных, в том числе вот здесь река Межа берет начало, где раньше еще даже миноги водились. А вот, кстати, отсюда берут именно начало с таких вот очень таких болотистых, а леса там сохранились еловые даже по 300-400 лет, ели, единственные в Европе, там еще такие сохранились, так и тропы, ну и, конечно, а это вот примерно та же обстановка вокруг леса, тут картошка, самое начало у нас было, вот те самые луговые травы разные, и
Не надо убирать, нет сорняков. Ну, конечно, там, где салат, вот как здесь, видите, зеленый салат, красный, выращивается. Ясное дело, что здесь нужно, понятно, и прорыхлить, и, так сказать, сборонить, возможно, изначально, естественно, чтобы не забила трава более крепкая, природная, дикая, так сказать, вот нашу культурную. Но некие симбиозы такие, о чем Сепхольстер говорит, если кто знает, такой австрийский фермер, очень известный, который ввел понятие пермакультуры, такой как бы симбиоз вот этих вот самых как раз дикой природы и нашей культурных растений, которые мы, так сказать, гармонично можем совмещать. Вот, собственно, ну, я этим тоже и занимаюсь. Такие красивые места, богатые почвы, вот там малина дикая, вот у нас там ерга и, значит, и прочие культуры. Вот, собственно говоря, уже можно сказать, то есть там никакого ухода. Вы знаете, когда я свои яблони в моем там старом еще хозяйстве перестали под ними косить траву, а они поражали всегда тля, тли было очень много, муравьи пасли тлю. Ну, то есть надо либо химии, либо, так сказать, там очень, ну, просто чуть ли не вручную. И, в общем, что я сделал? Мы перестали косить под ними всю траву. Постепенно каждый год количество видов дикой различных растений, там от до лопухов, вроде, там стали расти. Конечно, только основание я выложил соломой, несколько раз это подкладывал, ну, метр диаметра от, значит, ствола, естественно, чтобы солома не примыкала к стволу, чтобы не прела. И плетником, камни такие, плетняк песчаником обложили вокруг. Во-первых, грелось, значит, днем там конденсат, за счет разницы температур всегда влажно, ночные, дневные температуры, всегда влажно, поливать даже самую сушь не надо. Растения тоже, кстати, когда вырастают высокие, не дают почве, потому что от солнца закрывают осушаться, да, так сказать. То есть она не так испаряется влага. И вот тогда, так сказать, тля переключилась частично на другие травы, которые, видимо, пришли ей по вкусу. Сразу количество вредителей снизилось во много раз, и проблема эта ушла. То есть вот то, что мы просто люди последние годы. Понимаете, вот то, что касается, я вам даже более того скажу, вот эта вот пословица «в поте лица трудиться» — это, конечно, хорошо все, но можно вполне получать достойный, не худший, а даже лучший урожай без пота лица, просто надо знать, как это делать. Все возможно, есть приемы интересные, об этом мы с вами поговорим. Ну, давайте тогда я как раз сейчас что сделаю? Я переключу вас сейчас на уже с хозяйства слайды непосредственно по почве, назовем это так, в начале по почве. Внимание, сейчас кадр появится, я увеличу сейчас на полный экран. Вот смотрите, мы с вами очутились как бы у меня там на 2 года назад в хозяйстве в картошино. Впереди вот это там гараж, вышка, это труба, тут дополнительное отопление вот этого зимнего сада, который примыкает к техническому зданию, которое имеет размер 20 на там, 8, на 9, на 10 метров, с трех сторон. То есть оно в длину, так как мы видим, это метров 30 и 15 в каждую сторону, шириной внутри 4,5 метра. Мы видим также грядки. Я их как раз их за день подготовили для приезда группы вот ко мне на семинар живой. Вот обратите внимание на этот трактор МТЗ-821 с установкой, которая подключена к валу отбора мощности. Это рубильная машина, а это не просто так я говорю, я недаром такое предисловие вам большое сделал, но все к слову, узнаете сейчас для чего. Вот это вот осина там, значит, порубленная, ребята заготовили мои так быстро, чтобы, так сказать, вот я мог показать эффективность и что, как с этим работать. Так, значит, за забором вот там низинка. Собственно, я покажу эти кадры. Это вот что-то типа заливных лугов, туда как это такой полуовражек, туда стекают с полян, со всех полей, ну, значит, дождями выносимые питательные вещества, и там метра полтора, чуть ли не два плодороднейшего, вот можно сказать, такого сапропеля, прям кремнием сверкает, то есть такой маленькими такими кристалликами почвы, великолепно. И вот тогда просто трактором, ковшом на телегу, и вот сюда привозили, а трактор формировал вот эти гряды. Сначала они просто были сформированы, вот, ну, что называется, кучками. Это просто от производства мебели, у меня там из натурального массива ангарской сосны мы делаем, это просто, значит, стружка насыпается между рядами. Она
сосна дает кислую среду, и в грядке нельзя сразу добавлять или перепревшее, или в междурядье, чтобы на будущий год она там спокойно перепреет, и, а пока по ней ходить, ноги не пачкать, это удобно. Здесь колодец дополнительно, хотя у нас линии подведены от ручья, как я уже говорил, но колодец тоже есть. И вот, собственно говоря, вы еще увидите кадры сейчас, что тут было раньше, и что будет, что стало. Ну, вот, значит, почва очень плодородная, это просто она подсохла, потому что ее положили утром, а сейчас, как говорится, здесь солнце просто подсох верхний слой, и мы не видим, что земля черная. Она действительно очень черная, пушистая, плодородная, за десятки лет она там... Вот, кстати, тоже хороший способ изначально, если есть у кого возможность, завести землю, добавить кто-то из ближайшего озера, болотца, значит, как дерновый слой. Кстати, вот вы когда стройку, если будете делать, ну, например, вот я сейчас строю новые строения какие-то, дома, мы дерн всегда сдвигаем бульдозером, чтобы... Вызываю бульдозер, ну, нанять порой ведь недорого, это несколько часов работы. Зато вы, у вас куча прекрасной земли, причем если с дерном, с корнями, там, значит, будет в куче, она будет постепенно перегнивать, будете брать прекрасную плодородную почву. Зачем же ее перемешивать, вывозить? Другой вопрос, подоснова глина, там песок, вот это уже, так сказать, по надобностям для строительства или для каких целей, оставить, не оставить, передвинуть или водоем сделать. А глину, например, на строение дома взять. Есть же саманные дома с глиняной штукатуркой, а есть тяжелый саман, где мешается глина там с соломой, с песком и строится, возводится. Кстати, и мы такие тоже и делали, и будем делать. Так, давайте посмотрим. Вот видно, мы как бы разворот. Вот дом большой, вот этот, ну, как бы главный жилой хозяйский дом, так назовем его. Вот здесь это у меня вот этот зимний сад из очень толстого, 20, там 32 даже миллиметра листы поликарбоната, ну, потому что мы его как зимний сад стали использовать. О нем я вам расскажу, разумеется, чуть дальше. Вот грядки. Сейчас это прям вот все до того, где я стою, снимаю, грядки это стоят, причем окаймованы в деревянные щиты, щитами, ну, то есть деревянные конструкции. Я потом вам скажу, что это действительно стоит того и не зря. Уклон территории на меня идет от дома. Ну и тем не менее, моими уступами такими небольшими практически перепады и не видно сделали. Так, вот, вот тут вот видно, какая почва. Видите, такая прям такая каштановая, да? Вот. А вот эта рубильная машина, я прям специально это сделал, чтобы на семинаре показать, как все это производится, щепа и для чего. О щепе я чуть позже скажу, для чего. А пока вот тот самый кадр, где, вот видите, зимний сад слева я мышкой показываю, ну, вот, собственно, только что видели. А здесь еще его нет, это на 2 года раньше фотографии, еще и дом даже, ну, только отштукатурен, но ни краска, ничего на стенах нет. Увозится, мы, конечно, это делали работу такую здесь, именно вот здесь, такую, можно сказать, титаническую, ну, что называется, экспериментальную. Потому что я давно слышал о технологиях, когда закладывают бревна, вы знаете, слышали, наверное, кто-то, теплые грядки, и мы решили, ну, техника есть, почему не сделать, да? Вот эти бетонные, уходящие на 2 метра глубину ноги, и сверху, видите, вот здесь даже на некоторых кадрах видно, что вмонтирован 100 на 100 брус, просто он пропитан, утоплен в бетон заподлицо, чтобы потом деревянный каркас пустить и заанкерить такими шестигранными болтами, анкерами сверху уже вот этот вот брус, который будет лежать плашмя, значит, и стыковаться, соответственно, там уже в единое целое на вот этих самых деревянных закладных, потому что это очень удобно. Дерево к дереву, очень плотно, ну, а это зажато бетоном, деревянный брусочек этот еще просверлен и арматурой привязан к арматуре общего вот этого бетонного каркаса, очень прочно. Можно, конечно, делать ленточный фундамент, такой можно и... Тут разные варианты, я, кстати, буду обязательно отвечать на вопросы в конце. Вот, и если какие-то будут вопросы, вы пока их можете на бумажку писать, я чат все равно сейчас пока не смотрю, а потом буду отвечать обязательно. Какие-то вопросы уйдут сами собой, не будет их, какие-то обязательно будут новые. Вот тут завал, видите, от старого дома, тут был уже старые яблони, они загораживали, но пришлось спилить, потому что здесь зимний сад, иначе бы очень плохо освещался. И вот мы увозим вот эту глину, вот, а потом сюда закладывались бревна, ну, осины, ольхи слоем полметра, с дерном, с, вот, утрамбовывалось все, и дальше верхний дерновый слой и хороший плодородный полметра, вот тот самый, который у нас за околицей, как говорится, было из таких вот овражка, да? Так, а вот обратите внимание, с противоположной стороны, ну, вот это вот здание, только уже готово, видите, покрытое тут деревом, облицованное, все, значит, прошло там определенное количество лет, фото просто эти разные я буду показывать, но комментировать даже так специально
переключая на разные объекты, чтобы именно будет таким образом больше понимания. Я вот сами поймете, почему. Значит, смотрите, вы слышали наверняка мульчирование с соломой. Да, это прекрасно, если есть солома, да даже с скошенным сеном. Никаких проблем, это великолепно. Почва меньше сохнет, значит, органические вот эти вещества разлагаются от дождя, от влажности, от бактерий, грибков и так далее. Они, питательные вещества, переходят в почву. Ну, разве что, если у вас только под дерновым слоем не песок, через который, конечно, все уходит в глубинные слои, а если глина, это, конечно, тому повезло в том плане, что хоть да, дренажирование где-то делать приходится порой на глине, это кто-то вот считает отрицательным моментом, но, правда, есть положительный, то, что очень хорошо сохраняются питательные вещества. Еще глина сама себе богата многими минералами, которые растения с глубокой корневой системой особенно могут поднимать на большую высоту, ну, соответственно, и в виде листового пада поставлять в почву. Кстати, так и формируется вот тот самый плодородный слой. А дубы, например, вот о которых я думаю, как я забыл сказать, они же до 60 метров из глубины могут вытаскивать питательные вещества. Разные растения в природе вытаскивают, но, например, одуванчик, который мы сорняком считаем, с 3,5 метра воду вытягивает, тем самым, кстати, рядом стоящие растения на грядках могут получать влагу. Тоже, как бы попутно, это надо иметь в виду. В природе я говорю, то есть, ну, условно сорняками, ну, мало их, мало. Если правильно вести хозяйство, они все будут в помощь, как бы, практически. Кроме случаев, конечно, когда мы сажаем морковку, ну, тут уж понятно, прорежет. Значит, обратите внимание, как из себя и что представляют вот эти теплицы. Это там я покупал их в фирме «Воля», ну, собственно, фирм сейчас много, которые производят усиленные оцинкованные каркасы. А вот это вот брус 150 на 150, который скручен в два слоя, то есть образую конструкцию, мощнейшую балку 300 на 150, он анкерами, шестигранными головками, болтами скручен по периметру. Почему так? Ну, во-первых, теплица стандарт есть 3 на 6. Во-вторых, вот такой фундамент, это уже фундамент, он не требует под ним ни свай винтовых, ни каких-то там, на любой тип почв можно ставить. Вот поверьте мне, ну, тут что верить, собственно, разумный человек любой сразу и так поймет, ну, 300 на 150, да, вот за любую точку, если, грубо говоря, так, домкратом поднять или чем-то, хоть на любой градус, на 45 градусов его поставить, вот здесь ни одна дуга не наклонится никуда, ни нагрузки не будет, потому что, ну, как струна была, 6 метров на 3 вот этот квадрат, такой мощный, так и останется. Поэтому, если даже когда-то как-то почвы спучатся, хотя нигде у меня ничего не пучились, ну, чуть-чуть подкопать там, да, теоретически. Ну, подняли домкратом или чем-то и подложили что-нибудь туда, там, кусочки там, доски и выровняли опять. Хотя у меня, еще раз говорю, вот, нигде за все годы не было. Возводится быстро, битумом промазали. Можно, конечно, только сухой брус. Если битумом промазать сырой, влажный, только с пилорамы, он будет гнить внутри потом и надолго не хватит. А это 100 лет простоит, ничего не будет. Можно, конечно, обработать какой-нибудь химией, типа сенешек и биозеленый от гниения, пропитка, либо неомид зеленый, но я уверяю вас, что лучше химией не пользоваться, вот, а, так сказать, или высушить, если есть возможность, или не покрывать с двух сторон, ну, например, внутри, а потом, когда там теплица будет существовать, урожай снимите, потом солнце еще же будет, и осенью будет сухо в теплице, они просохнут очень хорошо, и тогда промажете битумом и внутри. А, конечно, с нижней части желательно сразу промазывать. Вот. Ну, есть варианты не битума, есть там другие варианты, о которых я расскажу, когда теплицу буду показывать. Грядки. Я всегда сбиваю, не жалею на это денег, 150 на 100, 150 на 50 доска в два слоя. Внутри просто брусками скрепляется. А если 6-метровая грядка, ну, там чуть меньше 6, да, то внутри перемычка, просто ее не видно из-за почвы, ну, чтобы на растяжку не разгибалась доска все-таки на изгиб. Дюймовка очень слабая для этого. А вот такие грядки, уверяю, из 150 на 50 доски будут служить, ну, там, минимум 10 лет. То есть это очень экономично и абсолютно стоит. Потому что, ну, посчитайте, сколько досок в кубе и сколько грядок из куба можно сделать. Заплатите там, ну, 6,5 тысяч там за куб доски, вы сделаете там, не знаю, там, 10 грядок вот таких. Но это очень выгодно, экономично. Во-первых, высокая грядка быстрее нагревается. Вы минимум получите 1,5 месяца плюс к вашему сезону урожайности. Во-вторых, она не будет никогда намокать на любых почвах, даже на самых влажных, и, значит, корневая система не переувлажнится, не будет гнить, значит, урожайность не будет потеряна. Напротив, воздух, аэрация, вся вот этот весь слой 30 сантиметров, да еще сколько это под грядкой, там мы ставим-то надерн, то есть, соответственно, он перегнивает, тоже там плодородный слой, и аэробный.
аэробные бактерии, то есть присутствие кислорода, это и есть те самые урожайные. Как раз получаются быстрые обменные процессы в почве идут. Если она богата органическими, еще не переваренными, какими-то неразложенными остатками, я имею в виду та же солома, сено в небольших количествах, это все за сезон вместе будет перегнивать прямо, значит, будет и червей много. Черви питаются, кстати, грибками. Они, грибки разлагают низшие грибы, микромициты, там разные, плесневые и прочее. Они разлагают там органику, тоже питаются грибы, значит, ими питаются черви, ну, плюс еще бактерии. И все это есть как раз сложный процесс почвообразования, который так хорошо рассказывал, говорил Вернадский. Да? Ну, и не только он, многие выдающиеся ученые. Так, а вот как раз тот самый Вернадского мечта о ноосфере, когда человек разумный, по-настоящему разумный, да, не по названию там, совместит гармонично вот эту биосферу, в которой мы существуем, частью которой мы являемся, это самая большая экосистема на нашей планете, да, биосфера, вся наша планета Земля, а с техносферой, с тем, что создал человек, но чтобы эта техносфера не губила природу, а наоборот, гармонично дополняла, так сказать, и вот, например, ну, разумно, например, использовать хорошую оцинковку, она 100 лет может прослужить. Ну, разумно, конечно, потому что разумный рачительный хозяин всегда хочет. Вы знаете, как выражение, мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи, это правильно. Ну, говоря дешевые и плохие, потому что качественный, пусть не так быстро купленный продукт какой-то, он принесет, вот понимаете, толстостенная нержавеющая сталь. Понятно, что по возможностям, не у всех они есть, или очень хорошо следить нужно больше, у кого есть возможность, а лень следить там постоянно что-то, подкрашивать, подновлять. Оцинковка же, она открытая тоже будет разрушаться, а закрытая дольше. Вот, нержавейка лучше, их тоже много разных марок существует, толстостенные дольше прослужат. В общем, качественно сделанные, порой недорого абсолютно, как я говорю, вот эта грядка. Ведь древесина тоже 10 лет, она себя 100 раз оправдает, а она уйдет, будет разлагаться постепенно, тоже уйдет на питательные вещества, которые, заметьте, и в чем тут суть? Насчет питательных веществ. Вот в лесу растения выросли, как я уже говорил, та же осина, ольха, там 20, 30, 40 лет росла, так сказать, в симбиозе с другими растениями. В ней накоплены все те минералы, которые там необходимы нам. Многие из них, по крайней мере, побольше. И если это где-то подальше, только берите от дорог где-то. Может быть, вы воспользуетесь моим советом не в таком масштабе. Это мне надо много, у меня большая рубильная машина. Она, кстати, работает не только от вала отбор мощности, а от электродвигателя мощного, который мы сейчас вот прям новые в хозяйстве перевезли в Кушгоры, у меня вот эту рубильную машину. Домик для нее сделали, чтобы дождь не лил, ничего, установили стационарный электродвигатель 30-киловаттный, трехфазный. И вот она будет рубить эту осину. Для чего? Во-первых, вот мы берем осину ольху из леса, издалека только обязательно убедитесь, что это вот не с дорогами рядом, минимум километра 2-3, ну вот когда рубят на дрова там, знаете, кто заготавливает профессионально, либо срубы рубят, у них делянки, у них многие вон вывозят на мощных машинах, Уралах там, издалека из глушной чащи. Вот это вам и надо. Договоритесь, это будет стоить копейки дешевле дров. Бревна, ну там, у кого рубильная машина будет, а у кого-то это просто в лес ездите сами на прицепе или как, берите небольшие до 3-4 сантиметров диаметров стволы, то есть ветки, которые есть портативные, маленькие, разные, начиная от фирм Гардена, то Соль, там прочие, много-много разных, рубильные такие, знаете, куда садовый вот этот мусор так называемый, ну то есть вот как раз ветки, солома, рубильная машина маленькая, только с 4 ножами берите, советую обязательно, вот, чтобы комплекты запасные были и так далее, сразу учтите все, посоветуйтесь, какую модель лучше, и вот, собственно говоря, тоже можете получать щепу. Так вот, щепой что можно делать? Во-первых, перемешивать с почвой. Если это не хвойные породы, ольхоосина, они не дают кислую среду, и не волнуйтесь, можно сразу до, там, ну, скажем, 20-30%, до 20% в почву перемешивая, она будет и рыхлая, будет лучше разлагаться, воздуха больше, а чем больше воздуха будет, корневая система будет активней расти, крепче будет, здоровее, кстати, от здоровья корневой системы зависит и здоровье всего растения, а значит, борьба с теми грибковыми разными инфекциями, которые вот мы, мучнистая роса, там вот это все, пятнистость и прочее, вот это все будет меньше шансов. Поймите, как у человека, когда человек или любое живое существо, так сказать, его иммунитет, ну, говоря о животных, да, в животном царстве, иммунитет крепкий когда? Когда хватает питательных необходимых веществ, когда нет стрессовой ситуации, когда там, значит, отсутствие там паразитов, прочих. Вот все то же самое у растений. Мы, как бы это сказать, укрепляем иммунитет растения путем
манипуляций, в результате которых мы предоставляем растениям идеальные условия. Это температурный режим, влажность почвы, так сказать, это отсутствие гниющих корней вот, и инфекций там в виде заболачивания и так далее. Это, поэтому высокие грядки хороши. А что касается щепы, так ее можно просыпать сверху, и будет что у нас сверху? Будет мульча, вот как солома здесь уложена. А соломы тоже прекрасно. Но если мы хотим много плодородной почвы, а у нас слабый плодородный слой, мы можем сделать какие-то территории, начиная от компостных куч, до просто там сотку засыпать слоем этой, допустим, вот стружки или вот этой щепы, а еще сверху как раз, если мы будем периодически, если сухая очень уж погода, увлажнять и добавим какие-нибудь колонии бактерий вроде Байкала Востока, там, например, купим, да, ну, предположим, будем поливать несколько, у нас слой полметра может перепреть за год, и у нас будет до 10 сантиметров плодороднейшего биогумуса, но только я советую еще червей взять культуру. Конечно, тут их могут поесть всякие там кроты, борозубки, там землеройки, но тут уж от региона это надо лично смотреть как и что, но червь, без него плодородие почвы в полной мере невозможно. Есть очень хорошие культуры червя «Старатель». Я ездил к ним в Ковров, в город, изучал подробно прямо на ферму еще лет там, по-моему, 10 назад. Один профессор эту культуру наш отечественный создал. Это гораздо лучше калифорнийского червя и устойчивее, приспособленнее к низким температурам, к переходу с одного корма на другой, активный. В общем, размножается быстрее, то есть поколений больше получается за сезон. Ну и, соответственно, органики больше перерабатывает. Вот. Я его прям, и он покупается субстратом, заселяется как раз вот под ту самую солому, щепу прекрасно, и для него уже корм есть, и почва рыхлая, и вот вы увидите, какая почва там дальше, вот я покажу, кадры будут. Посмотрите еще, какие плюсы такой теплицы. Мы как бы с вами сразу с темы на тему, но ведь это все связано, поэтому, да, так, я думаю, будет разумно. И вот смотрите, вот у нас вот этот вот внешний каркас, это целый 150 шириной брус, он теплый, тут потом вот в следующих теплицах вы видите дальше поликарбонат, это в это еще не одет. И даже 4-миллиметрового достаточно, чтобы продлить на 3 месяца теплый сезон с учетом такой теплоизоляции. А бортики-то можно присыпать здесь. Присыпать чем угодно. Там землю и тоже песком, а он уже гнить этот брус-то вообще не будет. Что касается, если поставить внутрь печку, ну, сами понимаете, до бесконечности. Как топить? Можно хоть зимой использовать. Только зимой растениям, конечно, досветка нужна. И, кстати, я рекомендую, я вам в кадрах следующих там еще покажу, лампы рефлакса. Почему? Объясню. Альтернативы пока, ну, почти нет, кроме, конечно, люминесцентных, но, извините, стоит разбить люминесцентную лампу, и все. Это надо вывозить всю почву, если там, или, ну, в общем, смотря, где она разобьется, потому что там ртути, да, то есть, поэтому тут светодиодные в идеале бы. Но пока технологии, которые реально хорошо светят, да, кроме как если прям вот эти красные, знаете, синими светодиоды, которые марганцовочный свет дают, надо прислонять, ну, фактически прям под растение, там, 5-10 сантиметров от него. То есть они не экономичные, а стоят дорого. А вот рефлакс лампы, да, это к натриевым лампам относится. Я поясню потом, если забуду, будут вопросы, я вам отвечу. Так вот. Ну вот, тут урожайность, кстати, на которую влияет еще очень важный фактор – содержание углекислого газа внутри. Вот это я вам буду дальше на примере зимнего сада показывать, темпы роста рассказывать. Вот, как говорится, прошу поверить, потому что некоторые удивятся, что как такое может быть. Но это чуть дальше. Так вот, что тут еще можно сказать? Можно насыпать на пол между рядами, между грядок эту щепу. Она же будет, во-первых, ноги при дожде не будет слякоти никакой грязи. Во-вторых, слой будет перегнивать и давать питательные вещества между рядами. Ну, допустим, не в теплице, а вот в грядках, какая разница там. И корневая система растений не только вниз растет, а еще вбок. И будет постепенно обогащать, то есть если вы в междуряде будете обогащать питательными веществами в виде щепы, которую будет из года в год добавлять, она перегнивать, питательные вещества будут обеспечивать и растения слева-справа от себя, то есть от междуряди. Соответственно, меньше надо будет потом удобрять, добавлять чего-то, так сказать, почву менять, а вообще менять практически не надо. То есть часть урожай собрали, вы видите, почва опустилась, ну там та же морковку собрали, вон она как на 5 сантиметров может опуститься, да? А вы просто возьмите, перекопайте под зиму с той же вот этой щепой, мульчой, с соломой. Даже сидираты в этом плане не надо сажать. Ну, что дают сидираты? Ну, азота они дадут в почву, если это какие-нибудь там люцерны или что-то там, что азот, если вот эти клубеньковые бактерии азотфиксирующие содержат в себе, и все. А зачем? Вот просто лишняя работа. Вы лучше добавьте
то, что будет являться кормом для червя, для бактерий почвенных, грибков, для того, чтобы, так сказать, за этот оставшееся там еще тепло, которое будет в сентябре-октябре, там еще в теплицах, например, под таким слоем перепревать, и зимой будет перепревать, а весной у вас будет прекрасная почва уже, так сказать, она и так богатая, да будет еще. И все, и не нужно вот этих вот даже сидерата в этом смысле. Вот немножко так вид. А вот справа, справа, ну, она еще покрыта, я сейчас, честно говоря, в теплицах, которые хочу быстро сделать, и достаточно дешево использую пленку не вот такую вот армированную. Она хорошая, но наша, берите отечественную, это не китайскую, не корейскую, она там вообще сезон служит и рвется, а нашу такую микрон 200, чтобы она, ну, до 4 лет у меня служила. А сейчас я использую светлица пленка, только 200 микрон. Сразу скажу, почему. У них есть 150, 120, к сожалению, не все менеджеры честно поступают и рассказывают, почему лучше взять 200, а дело, она подороже чуть-чуть, но зато не замучаетесь, потому что пленка двухметровая, например, да, погонная, ну, рулон 2 метра, он отрезает сколько вам надо и разрезается вдоль и раскладывается на 4 как бы метра. 4. Очень хорошо, удобно с конька накрыть порой теплицу под эту размер, можно подсчитать, подгадать, или один скат, или там накрыть целиком, но если 2 метра скат, 2 стойка. А дело и спаять. Кстати, она спаивается очень хорошо феном строительным, прям вот монолит. Можно натянуть, как вот брезент, прям монолит, и торцы, и все, даже рейками не крепить, как у меня здесь вот рейками. Но 200 микрон легко раскрывается, а 150 очень трудно, и меньше тем более. Поэтому это учтите. Это я вам сразу вот такую тонкость сказал по пленке вот этой вот светлицы. Хорошая пленка, делают в Питере. Можно у них прям заказывать или... У посредников я беру всегда много, поэтому всегда беру всегда все на фирмах в оптовых, у производителей, вернее. Так, значит, что? Это 20 метров длиной из деревянного каркаса, 3 на 20 метров длины, тут сзади меня еще такая же, высота 2 метра. Чем они мне больше нравятся? В том плане, что, понимаете, вот эти вот шлемообразные, куполообразные круглые теплицы промышленные, ну, такие, которые выпускаются, серийные, они, конечно, хорошо, удобно, быстро возводимы, но у них есть свой недостаток. Из-за искругленных форм, вот у нас, например, 3 метра ширина, а мы вот здесь встанем с краю, тут 1,20 м, тут 1,5 м, и у нас получается, что место очень, ну, не совсем экономично использовать. А здесь я могу сразу сажать, сориентируя по стороне света, а юг у нас вот отсюда сюда бьет, вот на длину вот этой теплицы. Здесь чуть-чуть пониже, дальше повыше. И, в принципе... До 2 метров и больше у меня растения здесь растут. Я могу вместить больше объем, получить больше урожай. Это самодельные, которые делаются очень просто. У меня есть в открытом доступе, потом дадим вам ссылочку, целый вебинар, который очень ценный. Я там даю даже раскройку, даже расчет финансовый, подетальный, схему даю, схемы, даже стоимости, сколько будет стоить там сделать самому, например, 3 на 6. А дальше вопрос масштабирования. Вот с таким фундаментом как раз. То есть, по сути, вот об этом речь. Только свой каркас деревянный, как обрабатывать, все. Ну, там все досконально. Дадим вам потом. Так, смотрим дальше. Ну, это те самые грядки, от которых мы начали. Только теперь тут, видите, урожай лука уже надо собирать. Мы посадили много тогда лука, в них фактически все их и засадили. Но сейчас они красивые, в деревянных таких же обрамлениях, как вот те, которые мы смотрели. Кстати, вот обратите внимание, вот на этом кадре вот солома, видите, ну, у нас много очень ржаной соломы, строили из нее дома, вот это легкий саман, так называемый, каркасный саманная технология. А я вам, кто будет у меня в конце вот этой конференции, ну, в середине, я не знаю, точное число не помню, по экостроительству, я буду рассказывать и об этой технологии тоже. То есть, поскольку я знаю все технологии, вплоть до подземных бассейнов у меня приходилось в жизни строить, то есть я знаю все, вплоть до симпролит-блоков, технологии лично Милана Девича знал, это вот сербский такой архитектор, не знаю, сейчас жив или нет, давно не общались, но очень интересные технологии, он для Москвы предложил, конечно, просто спасение, когда симпролит-панелями, очень теплоизоляционными, хорошими и копеечным материалом облицевать все вот эти бетонные, железобетонные тысячи домов многоквартирных, высотных, чтобы, так сказать, в 10 раз можно было снизить теплопотери. На что в то время власти не захотели, им выгоднее было качать деньги, качать ТЭЦ, то есть это просто, ну как это сказать по-другому, когда против, идешь просто против природы, против народа, чтобы народные средства, деньги, лишь бы, потому что, понятно, выгодны там, видимо, откаты какие-то еще от эксплуатационных компаний, ну это что такое, это враг народа называется, за это надо расстреливать, разумеется. Ну у нас сейчас, вы сами понимаете, за это по головке гладят, поэтому это вот, собственно говоря, меня огорчает, я человек прямой говорю, как есть, если это сказать. Вот у тебя, а вот эта щепа, та самая, рубильная машина, она рубит, можно выставить там
3 миллиметра, 4, 5, ну, примерный разброс. Великолепно, ходишь сухо, воздух стоит, запах прекрасный. Вот. Можно даже мульчировать, когда лук, ну, когда уже последние прополки кончены, потому что пока пропалываешь, не совсем удобно, и луковка формируется, закрывать ее особо не надо. А все кустарники деревьев, все, знаете, там, ну, помидоры, огурцы под ними, там, перцы, это все великолепно. Ну, вот тут уже начали грядки делать, здесь вот видите, как это выглядит междурядье. Это здесь просто неправильно строились они потом, поэтому колышки мы потом, конечно, сняли. Когда сняли урожай, мы сделали перемычки, приходится из колышки вбивать, иначе грядки распадутся, они же длинные. А вообще для этого делаются внутри, если шестиметровая доска 150 на 50, достаточно одной перемычки поперек, и будут такие два сектора по 3 метра в длину. Ну, и они уже не распадутся в две доски по высоте. Так, вот уже. А, значит, здесь кадр мы видим с моего хозяйства в Пушкинских горах, где я сейчас нахожусь. В данный момент, где сваи, вот эти 108-е сваи будет, находится зимний сад. И вот здесь пристройка к нему. И сейчас как раз у меня активно возводят уже стропильные системы, стены. Так, а это грядки, которые вот новые, сбиты. Но сюда еще пока в данный момент уже есть, а тогда еще землю не навезли. А потом мы трактором, ковшом, МТЗ очень удобно. Раз-раз мы вот эти там, 12 грядок там, за полдня спокойно сделали, ребята дотрамбовали, там три человека спокойно может это, так сказать, там измельчить потом хорошенько. Ну, почву лучше раньше подготавливать, а потом просто ссыпать. Вот, видите, вот, вот так. Вот они перемычки по 3 метра, которые, я говорю, два сектора, вот раз и два по 3 метра получились. Все, выставить их брусочками внутри вот здесь соединить, саморезиками, анодированными только такими желтыми закрутить. Ну, можно, конечно, и гвоздями, но это я так. И вот как крутят сваи, да, это дело непростое. Ну, зато сваи держат вот такая 108-я, 108 миллиметров, до 5 тонн. Нагрузки вертикальной площадочки варятся, отрезаются по уровню. На таких дома ставят там и прочее. Вот у меня сейчас там дальше, сейчас уже тут теплицы стоят, дальше домики, когда у гостей будем принимать, тоже вот буду ставиться. А вот вам, пожалуйста, я в своем зимнем саду открыл вот ту самую солому ржаную, ну, слоем сантиметров 10 она была уложена. Вот посмотрите, в ней червей сколько, видите? Вот их сотни, их просто тысячи. И вот, вот и почва какая. Она, видите, вот прям такая вот песчинка к песчинке. Ведь червь, проводя через свою пищеварительную систему питательные комочки, создает такой, обогащая слюной, ферментами своими, уникальную плодородную почву, которая еще рассыпчатая такая, знаете, она не слежится уже. Поэтому и продают дорого. Это бизнес хороший, кстати, землю после червей. Вот у меня тоже тут знакомые делают рядом, а я эту технологию тоже прекрасно знаю, в общем-то, будем тоже, конечно, делать. Тут и биогумус, и червь, который можно там в магазин поставлять, а плюс к тому свое плодородие личное. И борьба с этими, с грызунами, ну не грызунами, а, так сказать, хищными там кротами, так сказать, кроты-хищники, вы знаете, что они едят червей как раз, вот они, а корни, они просто, они их не едят, корневую систему растения, они просто могут ее прорыв там повредить. Только из-за этого вот порча растений. А некоторые даже не знают, что кроты хищники. Ну ладно. Значит, вот они разлагают. Видите, этот нижний слой уж в почву превращается, солома, когда откинешь. Вот что это такое солома, мульча. А еще плюсы, знаете какие? Вот в теплице говорят, 40 градусов там растение больше не держит, и то меньше. А я вам это расскажу чуть-чуть позже, когда увидим эти кадры, насчет, какие возможности открываются, когда вы используете мульчу в теплице в зимних садах. Вот, кстати, вот это мелкая труха, где там от миллиметров до там, вот, сантиметра там, двух, это щепа, полученная из веточек как раз. Вот я вам специально это показываю. Мы такие ящики сбили, ну, чтобы хранить просто. Потом в эти катки мы еще растения сажали, лимоны там, прочее. Ну, удобно, они несколько лет растут, а потом просто пересаживаешь и прям вкапываешь. Ну, если человек, например, не знает, куда еще посадить, я думал, туда или сюда, мы такие ящики сделали. И всегда легко переставить, потом прям вкопать в почву в зимний сад, например, и они уже будут на окончательном месте расти. А пока можно переставить, если что. Так вот, а вот эта щепа получена из тех маленьких рубильных машин, портативных, которые продаются за разумные деньги в разных фирмах, там, садовых центрах. И вот веточки, вот ольха, осина, пожалуйста, раз-раз пропускается. У некоторых очень высокая производительная способность. И вот с этим смешивается почва. Ну, это, ладно, это у меня глиняные горшочки мои, такие вот специальные под меня заказанные были. А вот это та самая теплица, которая еще без вот этой армированной пленки видна. Как раз мы врывали в данном случае, она по другой технологии, не на каркасе, но все-таки, сами понимаете, 6 метров длина
стандартного бревна больше не делают. Ну, собственно, можно, конечно, заказать по спецзаказу, но это уже дороже гораздо, и смысла нет. А в данном случае, если 20 метров длинное, то есть смысл просто прожечь нижний слой бруса, прям прожигается горелка, либо на костре, до таких чуть-чуть, ну, до углей, можно сказать, ну, чтобы не сгорело только. Мажется битумом и врывается. На строительных рынках буры продаются от 10 сантиметров, 15, 20, 30 диаметре, ручные. Как вот ледобуры, как коловороты, вот эти шнеки для рыболова, которые используют, да, там, любители. Ну, только, соответственно, строительные. Вбуриваются, меньшим диаметром вбиваются, вколачиваются и выставляются по уровню, все идеально стоит. Главное, на примерно глубину промерзания. Сейчас она не 1,80 м, как по СНИПам, раньше там 1,70 м в средней полосе, а реально там 1 м достаточно, ну, можете побольше сделать, у меня тут на 1,5 м. И вот сверху обвязка, раскаркашивание, вот эта вот стропильная система, таким образом, что у меня 2 метра скат, и тут 2 метра. А для чего я так делал? А если бы я захотел потом поликарбонат, он же листы 2,10 м, ну и как раз было бы все почти без разрезки, экономично. Можно сразу раскройку делать под, например, сначала сэкономить хотите, или там быстрее пленочкой натянули, раз-два. А потом когда-нибудь, через год-два, там, когда пленка испортится, например, хотите сделать поликарбонат. Сразу стоит теплицу делать под поликарбонат. Листы всегда стандартные 12 метров на 2,10 шириной. И я сделал, например, зимний сад, так спроектировал свой, что мы ни сантиметра не резали. То есть нам разрезали на куски 4,5-1,5 метра, и вы спокойно сделали. Потом чуть дальше на кадрах покажу, как и что. А вот по теплицам подробно все это, с учетом предусмотрения варианта будущего поликарбоната, если мы не хотим сейчас, да, я все там рассказываю. Ссылочка будет вам дана. А вот, внимание, у меня вот справа тут мышкой показываю, где хозяйство, забор там начинается. Кстати, там и септик стоит. Мы, поскольку у меня тут мои территории большие, то я не стал в данном месте заказывать дорогущий вот этот септик, топайр там какие-нибудь или танки, а мы стали, мы тут сделали его из, тоже из бруса, тоже прожженного, обмазанного битума, и он много лет уже служит, прекрасный септик, а потом как поле орошения сливается вниз, там уже растительность густая, поглощает все, так сказать, что выходит из него, и вот экономичный вариант, сделали сами, ничего никому не платим ни за что, ни за обслуживание, ни компрессоров нет, но это так, к слову. А вот здесь видите, вот это плода, вот крапива, плодороднейшая почва, и все стекало вот сюда, вот это место, треугольник, хотели мы здесь вот дамбу сделать, глины, значит, снять дерн на огород, тут глины вот отсюда углубить, нагнать и сделать пруд, был бы хороший, шикарный пруд. А здесь вот это сапропель, вот его и возят прям, вот я там другой кадр с другого ракурса как раз со спины показываю, это у нас такая красота вот в Картошино, там, где экопоселение. Кстати, вот там за холмом у нас еще есть свободные 15 примерно участков по гектару. Причем земли сельхоз, вид разрешенный, использованный, изменен в дачное строительство. И строить можно что угодно, не согласовывая, оформят за 3 недели любое строение. А кто хочет, ну, правда, у нас определенные условия, потому что все-таки это экопоселение, есть определенные ограничения и взгляды на жизнь определенные, как, по которым, по критериям мы отбираем, принимаем к себе будущих соседей. Соответственно, вот если вам интересно, можете потом написать или, значит, можете вот быть соседями в таком уникальном чудесном месте, где даже медведи и рыси обитают, вот вокруг ходят, там Волга через лес 800 метров идет и на сотни километров в разные стороны леса, да. Ну, от Ржева это 20-30 километров, то есть, в принципе, дорога уже, все там сделано, все хорошее. Вот. Но зато вокруг леса, экология сказочная, высота 235 метров средней отметки высот над уровнем моря, то есть, если даже все растает, не затопит, там, ну, я имею в виду, мировые льды, там вот эти океан поднимется, и тут все равно жизнь будет. В общем, все предусмотрено, как говорится. Так, а вот в теплицах у меня, извините, в зимнем саду уже, вот тоже там, правда, в 3 доски сделано, а просто палуба, вот деревянную выложили тоже, ну, чтобы ходить удобно было, и просто поднялась, не видно. А это вот баклажаны высаживали вот так же под солому здесь сначала. А вот, кстати, здесь это у меня хозяйство, где выращивали рассаду я, в ближнем Подмосковье, мое хозяйство, значит, вот откуда, кстати, мы биопродукты сейчас отправляем по клиентам, по регионам, по городам, кстати, даже любую точку мира у меня берут и из Канады, из Кореи, из всех стран мира у нас уникальные наши разные продукты. Вот, и вот, кстати, как мы готовим, тоже обратите внимание, вот эти стаканчики я рекомендую, очень простой способ, медовые стаканчики, я их покупаю новые тысячами, и они копейки обходятся, они такой крышечкой, можно индивидуально накрыть, а можно, я вот придумал, в Икее всего там рублей 100-120, такой контейнер, туда идеально влезает 13 стаканчиков.
Кстати, как удобно. Каждая своя крышечка штабилировать можно. Мы готовим почву. Ее можно приготовить даже за осенью, как говорится, готовь сани летом. А когда надо, в феврале там или мы открыли влажную почву, она как раз тут с соломой, ну, определенный состав. Сейчас я все, сами понимаете, и то, каким темпом, и то, какую информацию я даю, не могу, ну, не объять необъятное. Но у меня это, я вам, мы позже я предложу уникальные мои инфопродукты, где вы можете вот приобрести, если захотите, конечно, сочтете нужным. Там я досконально, вот прям у меня вот группа людей, я досконально по пунктам разбираю и показываю все это, как все делается, как идеально подготовить почву, идеально работать с семенами. Ну, об этом позже. И вот это стоит, увлажненность, видите, испаринка. И воздуха хватает, тут дырочки просверливаются специально внизу. Значит, почва, какая рассада, потом увидите. Значит, ну и вот лампы, рефлакс, вот эти, по 250 ватт используем. Высота где-то в среднем для роста до 70 сантиметров. Где-то люкс-метр меряем. Ну, у меня на глаз все это, я вот там, вот яркость вот такая должна быть. Это примерно 18 тысяч люкс. Ну, люкс-метр, значит, тут я пользуюсь, но я все вижу на глаз. Вот маленькие растут, да, там перчики, например, вот как здесь. Там, кстати, вот гинго-биллоба. У меня же и не только, так сказать, культурные вот такие вот для питания, а еще выращиваю я многие, чтобы леса сажать потом, восстанавливать широколистные леса. И у меня и гинго-биллоба, у меня много тех, которые ледники у нас смели в стране, ну, так сказать, а вообще в Канаде, вот, например, осталась такая хурма виргинская. Она до минус 45 держит хурма. Все это есть, просто, так сказать, люди не знают. Вот, а тут мы сделали такой стол, из тумб собрали, значит, из 6-метровой пленочкой, чтобы фанера не прогнила, ну, мало ли вода прольется. Вот лоточки, посмотрите, какая красота. Сначала только их открывая, сажая, пересаживая, пикируя из проращиваемых контейнеров, у меня в таких вермикулите растут, там влажная среда, и поэтому сразу оголять нельзя, а то подсохнут, высохнут, нет еще мембран таких жестких, они образованы на листьях, на защитных, а они нежные, а тут уже вот все открыто и спокойно растут уже, и в рост, как говорится, бурно идут. Увидите, как там дальше будет. Буквально за месяц у меня они вырастают там на 40 сантиметров. То есть такие огромные уже плоды первые. Вот в таких почвах, в таких условиях. А это вот рубильная, это самая машина, она в собранном виде, вот как мы ее переправляли, вот электродвигатель, пускатель. А сейчас еще купил регулятор оборота. Ведь знаете, кстати, имейте в виду, мощные двигатели, любые, у них же стартовые токи-то больше, вот, например, 30 киловатт, а он раз, так сказать, дает 100 в начале или 80, поэтому нужен плавный пуск, иначе может выбить где-нибудь в начале линии, там, всю линию в поселке или где-то погасить. Плавный пуск – дорогая штука, но нужен. А вот как надо, если, видите, это мелиорация, это у нас в Пушкинских горах, вот где участки все вот эти вот, была когда-то в 60-е годы сделана мелиорация. Конечно, огромная титаническая работа проведена. Под землей керамические трубы, керамические, стоят безумных денег, ну, экологически чистые, такие шестигранные. Садовые, кто делами занимается, знает, кто старый садовник, значит, такие были, в аквариумистике еще используют. И вот здесь вода, ведь она уходит, все, почва верхние слои, ну, не переувлажняются, хотя у нас подстилающая поверхность под дерном глина. Прекрасно, это очень хорошая почва, будем как раз тут вот делать, тут сейчас домики, сваи уже стоят, фундамент под дома, которые брусовые перевезут. А дальше будет прудик, вот, эта вода может тоже в сухую погоду, когда совсем иссушится, сделать пару колец и будет насос поставить, всегда будет прекрасная вода. Причем питательные вещества со склонов сюда смываются, здесь очень плодородная почва. Тут просто вот этот сапропель образуется. И вот под рукой, то есть надо очень разумно использовать то, что под рукой. Это вот правильно, разумно. Так, а я вам сейчас включу следующую папочку, переключу сейчас вот одну секундочку, быстренько попробую. Так. Давайте-ка вот так. А теперь посмотрите, какой темп роста может быть в зимнем саду на примере инжиров моих. Вот обратите внимание. Значит, это наклонные стропила по 4,5 метра. Они состоят из двух досок 50 на 150, скрученные вот этими анкерами. Можно, конечно, цельным брусом, но для чего я сделал две скрученные, объясню. Мы их пропитывали по старой норвежской технологии. Тоже, видите, я вам такие разные вещи, но интересные, я думаю, рассказываю. Ну, посмотрим потом на обратную связь. Надеюсь, вам это все интересно. Так вот, потому что каждый из вас не сейчас, так что-то потребуется потом подметить, а я таких вот прям сотни моментов даю, рассказываю. Мой товарищ один как-то сделал такой морское судно, ботик, делал его долго, наподобие. Ну, такая идея фикс была, наподобие вот старых норвежских суден, которые по 100 лет без ремонта практически могли ходить и льдами выталкивались. Ну, в общем, главное, не гнили. А в чем там была уникальная технология?
брали живичный скипидар и натуральный, ну, естественно, тогда, и льняную олифу. Он искал, не мог у нас в стране тогда, в 90-е это практически, но не нашел. Сейчас вот можно найти, я нахожу, заказываю на предприятиях и обрабатываю, но уже немножко по-другому. А раньше было как? Значит, вот берется первый слой, это где-то 70% жидкого скипидара, 30% олифы, разводится, нагревается, такая ванна делается, можно из досок сбить, потом пленкой такой, знаете, как для бассейнов, или выставить, выложить и, так сказать, вот налить туда и горячую подливать, прям вот греть. И доски кунаются, и они сами подсыхают, потом еще один слой, еще так до 7 слоев. Да, кропотливо, долго вроде, можно кистью, конечно, промазать будет, ну, тоже хорошо, но не так. Скипидар, растворяя олифу, вгоняет внутрь, происходит как полимеризация, как пластмасса. А, но потом последние слои, это первые 70 на 30, потом пополам, живичный скипидар, олифа пополам. И образуется такая, как она никогда в жизни не изменит, она вечная будет, даже в условиях супервлажного воздуха. Вот единственное, видите, темноту, черноту. Думал, грибок пошел. Да, пошел. А в верхнем слое, который липкий, туда мухи прилипают, вот единственный минус. Поэтому сейчас я использую так называемый вечный лак, там то же самое, но только там... как сказать, еще используется там воск пчелиный, растапливается. В общем, технологии такая, ну, сейчас я не расскажу, но она вот прям вот когда-то икону даже нашли, это мне какой-то один знакомый, который технологию открыл, он лет 25 этим занимается, и он вот с того, что вот нашли какую-то икону, в земле она там лет 100 пролежала, она вообще была идеальна. Потом восстановили, что за покрытие, и вот там вот с воском, с этим, ну, не, а это липнет, и к ней мухи, грязь, все прилипает. Ну, я думал, чернота, стал гвоздем ковырять, а под ней вот прям, ну, полмиллиметра отковырнул вот эту пленочку, и под ней прям вот как янтарная, первозданная, вот прекрасная. Значит, то есть, ну, никогда она не сгниет. Она, это же как пластмасса стала фактически, только дерево, и все натуральное. Обратите внимание, наклонную к дому, если делать односкатную, она крепится, естественно, на керамик к стене. Здесь еще такую доску пускаем, на которую и ставятся углом вот эти наклонные доски, подпиливая под правильный угол еще стоечка. Дополнительно они на керамик в стену вгоняются. Ну, хоть танк ставь, ничего не будет. Но это так утрирую. Коли скат 4,5 метра поперек еще мы заподлицо, так сверху снизу сделаем такой прогон. А внизу брусовая стойка, и стойки стоят на брусу. Низ брус и верх, обвязка брус. И поликарбонат. Можно пленкой, что угодно, в данном случае. Теперь, что я вам хочу... Вот давайте сначала посмотрим кадры, а потом объясню еще несколько очень интересных моментов. Вот, кстати, выходят такие трубы, гофра, а тут вентиляторы. Вот для чего они нужны, тоже расскажу. И почему стена такая блестючая, тоже расскажу. Вот ранее. Не весна, это еще там февраль, но тут уже, так сказать, плюс. Мы не отапливаем в последнее время, хотя есть вот эти и трубы, и система отопления, вот котел тут стоит там. У меня тут три системы отопления дублирующих. Ну, вдруг что-то произойдет, чтобы не было беды. А я же тут даже тропические растения выращивал, покажу сейчас. Вот, ну, сейчас выращиваются такие сезоны. И вот, смотрите, меняется. Это через 5 дней. Пошел плюс активный. Вот, буквально распустились за 5 дней инжиры. У меня там сидят. Вот. Еще через 2 дня, вот это, кстати, гинга белоба растет, она, кстати, в 3 раза в теплице здесь. При этих условиях растет быстрее, чем на улице. Но это и понятно, но именно в 3 раза, а не в 2. Так, теперь вот перцы посадили, это ладно, под них вот на следующий день. А вот уже прошло еще 2 дня. А вот теперь, да, ну это, кстати, так просто кадр старый тут у меня попался. Булериан, он сейчас, бреверан, вернее, такой котел наподобие, самый мощный, да, 1000 кубометров воздуха прогревает, только он сейчас стоит на подиуме выше, на помосте. По определенным причинам мы его переставили. А вот, значит, прошло 2 недели. Вот, значит, у меня самый высокий прирост был 3 метра инжира за сезон. 3 метра. То есть его срезали, плоды крупные, хорошие, то есть все. Значит, вот прям огромное количество черенков. У меня 2 сорта интересных, очень урожайных. И вот, значит, почему такая урожайность? Скажу вам чуть позже. Вот вы видите поликарбонат, вот сдвоенные балочки видно здесь хорошо на этом примере, да? Вот обратите внимание на эти трубы. Вы знаете, что теплица, пленка, поликарбонат, стекло, создается парниковый эффект, линза на, тут может раскалиться и 50-60 градусов. И, кстати, вы знаете, у меня растения держат 50 и больше. Удивитесь, почему? Говорят, не держат. А знаете, почему говорят, не держат? Говорят, это всегда, когда речь идет о нагреве почвы. Даже знают садоводы некоторые, что вот помидоры, например, растут, томаты. Польешь почву, значит, вот как не поливай, а если выше 40 градусов температура почвы, то, значит, усвоение воды не идет, то есть они сохнут. А вроде поливаешь, поливаешь, а дело не в воде, в усвоении, они не усваивают.
А если почву прикрыть соломой, мульчой, щепой, там, да, то тогда как раз мы создаем термоизоляционный слой, и даже 50 может быть в теплице, и будет растение расти хорошо, потому что температура, можете термометром замерить почву, будет не выше там 25-30. Но у меня применена интересная такая технология. Ведь знаете, за счет чего в основном растение набирает массу, и темп роста у нее идет? За счет углерода, углекислого газа. Основной структурный элемент – углерод. Поэтому именно дрова горят, там горят у нас, что у нас горит? Ну все, углеводороды горят, нефть, там каменный уголь – это все запасенный углерод, вот этот самый, который образован когда-то был растение, в теле растения. Вот, он, растение в процессе фотосинтеза, да, образование это, органических веществ на свету, благодаря энергии солнца, фотонам света, благодаря минералам и воде, воды, самой воде из почвы, взятой корневой системы, и из воздуха атмосферного, взятой из разных газов углерод, из этого формируется. У нас же любое вещество, фактически любые высшие биологические, вот, так сказать, биохимия любая, вот этого, жиры, белки, углеводы, это что? Это набор атомов углерода, водорода, кислорода и еще азота, если про белки, про аминокислоты речь идет, и все. Ну, там плюс, понятно, что там минералы на концах, там какие-то, там серы, прочее. Теперь смотрите, вот у нас нагревается там плюс 50-60, да? Нам надо, по идее, проветривать. Мы открываем, мы удаляем углекислый газ ценнейший. Что происходит? Снижается урожайность. То есть мы просто не понимаем, что она снижается. Мы делаем все, разные приемы в почву, там добавляем удобрения, что-то. Но мы проветриваем, и тем самым мы удаляем огромное количество. Откуда берется углекислый газ? Во-первых, в процессе жизнедеятельности растений. Фотосинтез, кислород забирается, вернее, извините, значит, понятно, углерод поглощается, значит, кислород выделяется. Но ночью-то растение дышит, обратный процесс фотосинтеза идет. То есть растения кислород уже потребляют и выделяют углекислый газ. Когда солнышко у нас или освещение на следующее утро начинается, то тогда растения опять могут активно расти в 2, и в 3, и в 4 раза быстрее, если было бы много углекислого газа. Еще откуда углекислый газ? Почва. Грибки, бактерии перерабатывают органику, вот ту самую органику в виде щепы, там, соломы. И, понимаете, как раз и получается то, что много углекислого газа может выделяться, но мы проветриваем. Что я придумал? Значит, вот у нас 50-60 градусов. Нельзя, но очень много. По законам физики горячий воздух вверх идет. Вот в подконьковом пространстве, неважно, двухскатная, односкатная, это как здесь кровля, трубы, в данном случае канализационные, идут через определенное количество метров. Значит, и воздух по какой-то причине у меня засасывается. Но потому что на концах стоят, помните, вентиляторы? А вот, вот, например, вентилятор из трубы. Что происходит? Я объясняю. В самой высокой части трубы идут в подземлю, в коллектор под дорожкой здесь, который собирает несколько труб в единую длинную прямую, которая вдоль стен идет, под землей. Потом под каждой грядкой, здесь вдоль так вот, поперек, вернее, идут грядки, под каждой грядкой труба наискосок вниз, с прорезанной, перфорированной, объясню для чего, идет во второй коллектор приемный. И таких у меня 5 штук по, значит, моей всей длине, по периметру вентилятора. Включаются вентиляторы от датчика, например, температурного или вручную, неважно. И они выдувают воздух. Уже какой? А вот я вам скажу. Вот залезаю, людям, все, кто ко мне приезжал, залезают и говорят, смотрите, наверху стоять аж не могут, раскаленный жар наверху, да? Этот же горячий воздух вдувается в трубу. Почему? Потому что отсюда выдувается, значит, он втягивается. И, проходя под землей, холодной землей, он что делает? Во-первых, он землю нагревает, да? Уже какие плюсы. А если внутри топить, так мы уже нагреваем почву только за счет этих труб под землей, под грядкой приходящей. Они перфорированы, горячий влажный воздух конденсируется, огромное количество влаги, сотни литров, выливаются просто через разрезы этой перфорированной трубы. Нам поливать вообще не нужно растение, вообще. Дальше. Воздух выдувается, какой? Холодный. Ну, на контрасте. Прям смотришь рукой, ну, там 30-25, ну, по сравнению с 50, там, и так далее. Так вот, там 20 градусов. И у нас происходит то, что мы меньше или вообще не проветриваем. А растения просто прут. И даже совмещается то, что не совсем у меня и огурцы с томатами и прочее. То есть, да, разные растения, разные условия требуют влажности и прочее. Но если мы будем соблюдать максимум разное количество факторов, и какие-то будут не совпадать, это не страшно, потому что мы выиграем за счет чего? За счет того, что мы учтем максимум факторов. И самое из них главное – здоровье корневой системы растения. Вот это имейте в виду. И вот такие разные условия. А теперь внимание. Это что такое? Это термофол. Такой вот
теплоизолированный материал, в данном случае он тоненький, 5-миллиметровый, там даже может и меньше, 3, а тут мне не теплоизоляция нужна, мне нужен отражающий слой. Я думал, ну как быть, как использовать максимальный свет? Ведь свет часть растения поглощает, но ведь свет падает на стену. Да, он может ее нагревать, если она черная, из каких-нибудь там черного там, каким-нибудь там камня, там, выложенного из кирпича, ну, как термомасса, согласен, да. Но в данном случае мне это не надо, у меня очень утепленные стены, они как раз из темпролит-блоков сделаны, и там внутри помещения, хоть тут 60, а там, 20 градусов, вот в зале, это большой зал, 100-метровый, потом покажу, тоже будет кадр моего технического строения. А вот здесь мы наклеили на стену потом, он уже 6 лет и как новый. От ультрафиолета то он отгорает и отшелушивается, как перхоть, вот эта фольга алюминиевая, да? А когда ультрафиолет нет, все-таки задерживает большую часть ультрафиолета стекло, тем более многослойный поликарбонат. А свет-то отражается. А теперь внимание, если бы здесь было зеркало или какая-нибудь нержавеющая зеркальная сталь, она, во-первых, в сотни раз дороже, ну, по сравнению с этим копеечным термофолом, там, как полиэтилен почти стоит, тем более, если я опытом беру, ну, да хоть в розницу. Так вот, а у нас, помните, по закону физики, что угол падения равен углу отражения. Например, угол солнца отсюда светит, у нас бы четко вот сюда под углом отражалось. И растения получали бы очень мало света отраженного. А теперь нашагрениваю вот эту как бы кожу, да, падает под любым углом, и у нас в разные стороны солнечные лучи от свечек. И обратите внимание, многие растения, листья, направлены в сторону стены, как будто потому, что там тоже очень светло, то есть во все стороны. Вот как мы можем использовать еще свет дополнительно. Видите, как все заросло в эту сторону, в сторону стены. Вот какую я ценную информацию вам даю. Да? А это вот, да, паутинный клещ, беда, беда. Как с ним справиться? Ну, я, конечно, на занятиях своих вообще все подробно разбираю, но смотрите, есть, конечно, химия, можно брызгать. Но это все в вас пойдет, вы знаете, в почву в вас. Значит, это делать все-таки разумный человек не будет. Как надо? Это другой вопрос, когда мы какой-то дома, где-нибудь в отдельном помещении, там новые растения приняли, и мы их как бы карантин проходит, там действительно можно и брызгать химией, но пока мы их не выращиваем, они еще вырастут 100 раз, это все, так сказать, плоды еще не будут образовываться, это еще допустимо как. А здесь уж извините, если вы хотите здоровья и хорошую, так сказать, вот не только органический, а вот продукт настоящий, действительно, качество. Есть голландцы, молодцы, они, конечно, разводят паутинного клеща. Ну, извините, хищных клещей, которые едят паутинного клеща. Но надо тогда брать две культуры. У нас есть фирмы, посредники, которые возят. Да, это дорого, но кто-то в масштабах фермерства там или как-то это, в общем-то, разумно. Разводить его самому можно, тогда надо разводить паутинного клеща. Эти-то делают на продажу, поэтому дорого продают, тоже бизнес. Ну вот, я покупал, это самолетами доставляют, потом раз, быстро надо, он же живой. Его надо там, можно, конечно, при плюс 7-8 хранить несколько дней, но популяция уменьшается, и поэтому быстро надо высыпать. Вот такие щипа, там они ползают, прям видно, и они хищные, да. Но надо брать тогда два вида, я рекомендую, иначе бессмысленно. Вы возьмете, например, хищных клещей, они съедят паутинных. От голода потом умрут. А паутинные клещики отложили уже яйца, из них вылупится новое поколение паутинных клещей, пошло опять, да. А есть хищные клещи, которые едят яйца еще. Я беру себе, раньше брал два вида. Такой, который яйца их едят. Ну вот, это первое. Второе. Можно просто сбивать холодной водой, опрыскивать. Ранцы такие есть на моторчиках, есть ручные. Опрыскивать. Паутинный клещ не любит влагу. Любит тепло, сухость, а влагу нет. И уменьшается популяция. И можно с ним бороться. Его пик, как правило, месяц-полтора в году. Поэтому, в принципе, это вполне резонно взять и, ну, так сказать, и просто помучиться, побрызгать, что называется. Так сказать, все равно ухаживать за растениями как-то надо. Ну, заодно, так сказать. Так, теперь я переключу вас на другой снимок, и тут уж, конечно, мы с вами сейчас, ну, побольше кадров сейчас будет, я вам покажу и урожаи свои, и прочее, и прочее. Так, сейчас сначала давайте посмотрим вот на, ну, теплицу ту, которая 3 на 20 в пленочке вот этой вот, значит, там бочки наверху, там шлангами ПНД, вода, термометры, ну, все тут как положено. А чем, а из колодца или там из системы полива накачали. Можно, конечно, провести автоматический полив. У меня фирма, то есть раньше мы занимались и поливочными подземными системами, там, причем Рейнберт, Нельсон, любыми, там, и микрокапельные, сочащие шланги, все это я знаю. Но, в принципе, это даже и нет смысла. Я говорю, когда вы используете мульчу, да еще снаружи, кстати, корневая система растений уходит за пределы теплицы, вы это понимаете. И там метра полтора тоже надо очень толстым слоем соломы или щепы накрыть. Тогда, и здесь тоже, внутри, тогда вы можете почти не поливать. Вот моя соседка по поселению, там одна Ирина такая, она как-то очень хорошо все сделала, правильно пролила только при пересадке хорошо, ну, один там два раза, когда рассаду сажал, и ни разу за лето не полила. Тогда было лето, вот как раз плюс 42 месяца стояло.
ни разу она томаты не поливала. Потому что хватало почвы влаги за счет конденсата, за счет того, что почти потери нет, за счет толстого слоя мульчи она только добавляла. Тут видите, как у, значит, там томаты, тут огурцы и перцы, хотя советуют огурцы, помидоры в разных. Ну, это правильно, огурцы тропические лианы, им нужно много влажности, а томаты не любят с перцами. Тем не менее, при идеальных прочих условиях они внутри вместе тоже вот растут. Вот, как вы видите, вот маленькие, вот у нас такие томатики. Вот, кстати, картошка, ну, под соломой. Тут под щепой тоже можно, и, как говорится, сорняков практически нет, и прям под солому можно. Ну, тут разные технологии, вы, наверное, об этом знаете, а нет, успеем, если отвечу на вопрос-ответ. Здесь уже урожай собирается, поэтому, видите, остатки соломы, кстати, при влажности, при высоких температурах быстро и перегнивает. Она идет в почву, питательные вещества, все это идут в растения. Прекрасно. Но мы не стали последний раз, третий вот за сезон добавлять остатки, потому что помидоры уже надо просто было, тут уже они дозревали какие-то, значит, еще так дозреют на ветвях, вот хорошие урожаи. Ну, редька, репа, все это так, тропические. Разные растения, вот стаканчиками потом высаживались. Я вам покажу кадры. У меня полтора года был эксперимент. В этом зимнем саду росли, ну, высота там не очень, потолков, как видели, до 3-20 всего лишь, и то наверху, а потом там до 1,5 метра на скате. И поэтому мы не могли выращивать высокие пальмы. Но вы увидите, чего я добился, я покажу. А это так пока лист. Вот моя левая рука. Это сорт Лапландия, огурец. До, у меня листья самые большие до 60 сантиметров росли. До 60. Ну, клубничка наша такая вот красавица. Там, да? Перцы у меня, я попробовал за все время около 100 сортов перцев, около 100 не менее сортов томатов. То есть каждый год у меня там по 20-30 видов. Я, конечно, ну, не знаю, там, я себя не хвалю, опыт большой, да. Вот это вот ежемалина и другие сорта. Вот у меня даже перчатка одета, чтобы, так сказать, вот, ну вот урожайность. Это тот самый красный дом, за ним у забора. Вот как можно использовать зону. Вот там есть вдоль канава была, мы ее, значит, обсадили, туда кидали органику. Вот прекрасно, видите, как растут там и малины, и ежемалины. А дальше идут там смородина, кусты, ну, в общем, вот перцы другие. В общем, разные. А это папайя. Это папайя. Вот даже плоды, видите, она же растет прямо на стволе, плоды. Это вот папайя, вот плоды даже. Бананы, ну, это киевский карлик сорт, там есть другие, которые вот растет там в комнатах, в домашних условиях там до метра, а здесь до 1,5 и чуть больше. Ну и ну, вот просто вот, кто понимает в растениях, посмотрите, каждый лист, он прямо больше другого и мощнее, сильнее, вот такой вот парниковый эффект немножко, ну, когда с камерой ходишь сначала, а сзади вот листья гуаявы, вот эта гуаява у меня плоды давала. Гуаявы самые ароматные, вкуснее земляники плоды. Вкуснее земляники. Вот. Ну, свекла на улице, вот какие. Значит, вот картошка в мульче. Это сорт, кстати, банановая. Она такая, кстати, сибирский сорт старый. Значит, такая вот вкусная в сыром виде, такая вот удлиненная, ну, как бы такой маленький бананчик. А вот как в теплицах можно использовать дополнительно нижний ярус. Ну, только вот здесь надо замульчировать. Здесь просто так вот для вида мы, фото было определенное. Салат вот под томатами, здесь вот перцы. Тут вот мульчу сняли, ну, там определенный, этот астраханский острый сорт. А это, кстати, такие колышки, ну, вот, пластиковые, ну, тут можно. Кстати, пластиковая арматура в этом плане купили один раз на всю жизнь. Стоит она дешевле металлической, кстати, и с ней строительство очень, особенно плоскостных, то есть заливать фундаменты, я имею в виду плиты и ленточные очень хорошо. А, значит, на провис только плохо, понятно, там упругость нужна большая, металл незаменим. А вот пластиковая арматура, это вот я, ну, это колышки пластика, но не арматура, а я арматуру сейчас просто говорю, к слову вспомнил. Очень хорошо бы, можно хотя бы восьмерочку покупать, она тогда 1,5-метровая, разогнувшись, будет стоять вкопанная. Да, вот как вкопанная, 8 миллиметров, ну 10 вообще сказка. Вот очень рекомендую арматуру пластиковую, она навечно у вас, и как колышки, и подвязка, конечно, я использую подвязку другую. Но, в частности, колышки, когда рассаду маленькую ставим, значит, пересаживаешь, лень сразу, ну и зачем подвязывать сразу, а потом поставил и формируешь, пока она маленькая, закручиваешь около колышка этого. Потом надо, подвязал уже, ну, так сказать, это время не такое большое занимает капусту нашу. Ну, такие, кстати, мы используем уникальные технологии, маринованные огурцы, но без уксуса. То есть мы уксус не используем, тут вот раньше всегда использовал брусника, она мощнейший консервант, прочее, ну, там свои секреты, но, так сказать, вот, вот, пожалуйста, кило, почти 100 грамм томат, да, вот у нас такие вот растут. Вот гуаява, кстати, разрезанная, вот она, вкуснейший фрукт, вкуснейший. Это вот у нас такая, только не варенье, мы не варим,
Я вообще вам, дорогие друзья, варить ничего не советую, потому что разрушается, уничтожается живая клетка, ферменты при 42 уже разрушаются, 42 до 45, это уже ферменты, а это тоже, кстати, белки. А первичная структура белка полностью разрушается, это в биологии называется полная необратимая денатурация, она происходит при плюс 70, и ДНК плавится. Жизнь уже такая клетка не может передать и строительный материал в полной мере. А законы природы гласят, только живая клетка передает другой живой клетке в пищевой цепи экосистемы, да, в полной мере максимально строительный материал и энергию. А тут уж какая энергия. Поэтому, ну смотрите, перетирается живая земляника с сиропом, только не с сахаром этим проклятым, который там диоксидом, сернистым газом обрабатывается, хлоркой, кто не знал. А вот перетирается толокушками, ну или там, значит, вот с виноградным сиропом, сиропом топинамбура, который из живых сахаров, не, значит, натуральных, да, состоит. Значит, потом в баночке и замораживается в глубокой заморозке. Все, хранится, размораживаете, вкус первозданный. Но, понимаете, никакого варенья этого, где уже ничего полезного, только один запах. А тут такой, ну, как вот только что вот прям сорвал. То есть мы как бы время, как на машине время, останавливаем. Вот мы, у меня более 20 видов ягод, мы их тоже продаем, поставляем. Значит, у меня морозильные домики даже целые построены для хранения, вот такие по 400 миллилитров, по 350 грамм баночки. Вот у них и земляника, и полевая клубника, которая, кстати, вкуснее, дикая полевая клубника, чем сама земляника, ну и там вплоть до вороники там и так далее. Это травы разные, которые у нас тоже собираются, вот составляются сборы, да, но это ладно. Вот сорт Клаудио, например, какаду я советую, перцы очень крупные, толстостенные, до 8 миллиметров, а некоторые до больше сантиметра толщина стенок, вот 1,2 сантиметра и 2 миллиметра. Вот это, кстати, у меня сделано фото, просто особое хочу сказать. Ну, кто был у меня на занятиях, там знает, это у меня вот под Зеленоградом, где ближнее хозяйство, Подмосковье, там тут моя жена, ну, как бы огурцы собирает. А у меня на третьем этаже, на мансарде, там просто вот эти ящики, помните, я показывал щепой такие ящики, только они вот с плодородной почвой, которые перевезены были, вот огурчик висит там, это. А лампы досвечиваются, те самые рефлакс. У меня тут как раз стоят тропические растения, их просто не видно на кадре сзади, да? А здесь просто у стены, и вот обратите внимание, термофол. Просто лист натянули, ну, там пару гвоздиков вбили в блокхаус, вот эту вагонку. И у нас вот, так сказать, отражение, обратите внимание, какая яркость. То есть листья получают почти в два раза больше света. И вот можно получать урожай даже... А свет – большое дело, спектр весь должен быть. Поэтому лампы рефлакс в этом хороши. Они долго служат, более 20 тысяч часов. Это уже приближаются вот эти натриевые лампы фактически к светодиодным по сроку эксплуатации. Ну, они, конечно, накаливают больше, электричество вроде потребляют, но зато ничего нет лучше по освещенности. Это вот такую этой фирме бесплатную рекламу. А это вот зимой мы потом плюнули на тропический сад. Вот, ну, все-таки, знаете, подтапливать зимой-то надо. А это, в общем-то, тогда еще он не был так идеально утеплен, как потом, вот когда я стал, придумал, как это сделать. Дело в том, что поликарбонат с поликарбонатом через специальные такие P-образные, X-образные такие соединяются вставочки, и через, обычно они же на металлокаркасах, в общем, эти места уязвимы, там очень большие теплопотери, а я придумал, как на деревянном каркасе их вообще сделать, вот эти мостики холода, где они обычно образуются в стандартных теплицах, чтобы там было теплее, чем сам монолитный поликарбонат. Это гениальная просто придумка, я так скажу, простая, и вот я на своих занятиях, либо в инфопродуктах это подробно рассказываю. Тогда вот просто выгодно экономично выращивать зимой, но настолько, даже при более тонких листах поликарбонат. Там 90% потери идет в этих стыках. Это я вам так скажу. Ну, плюс там, если неправильно кто-то что-то технологически еще сделает, другой вопрос. И вот зимой потом, ну, вот мы там, ну, это ближе к зиме, там вот просто петрушка, то все, лук вот был высажен, он потом всю зиму просто снимали. И уже, как говорится, никакой затраты электроэнергии, тепла, котлов, потому что у меня вот так вот пристроенные к дому теплицы, даже в лютые морозы всегда был плюс. Всегда. За счет того, что стены выделяют чуть-чуть дома тепла, если дом топится. А, кстати, для дома в межсезонье хорошо топить не надо, потому что нагревает стекло и сколько воздуха с трех сторон теплого, да, дом окутывает, как термос. Сказка. То есть вот тут такой симбиоз. Это и есть такой энерго, ну, как бы эффективный дом. Ну, мы будем о строительстве, когда, я надеюсь, вы придете слушать мою лекцию о экостроительстве, там все, и о энергосберегающих технологиях. И, то есть, ну, я говорю, каждый день 20 лет у меня стройки. Вот сейчас мы говорим, а даже сейчас за окном еще ребята там работают, у меня что-то идет. И каждый день какие-то проблемы, сложности, и я их решаю каждый день, вот там сотни или десятки каких-то
каждый со своей проблемой не могут справиться, даже опытные строители приходят, порой несколько секунд подумаешь, сразу прям находишь решение. Ну, потому что у меня это уже просто на автомате, так сказать, мозг вот работает вот таким вот образом, в таком режиме многие годы. Вот фактически та самая пермакультура в действии. Вот лес, тут все, вот укроп стоит на себя, тут разные виды капуст, салатов, там вот фактически, знаете, какой совет дам еще, чтобы мыши не одолели, вот грызуны, они, можно, конечно, там ловушки, говорит, некоторые бесполезно, правильно, а чернокорень такое растение по периметру обсадить, вот так, плюс еще по грядочкам, штучно, и чернокорень, он, так сказать, вот в первый год тут мыши все сгрызли морковь, а во второй ни одной погрызанной не было, то есть когда они, чернокорень вырос, вот вам ценный совет, который стоит многого. Но это так у нас, потому что у нас свои жернова каменные, вот муку делаем, так сказать, из, естественно, натуральной органической пшеницы, это бочки кедровые, кстати, вот технология без металла, да, кольца, то есть специальные такие старые технологии. Мы вообще, кстати, у нас мебель, мы делаем мебель свою, и мебель без единого, ну, гвоздей нет, то есть там даже петли на кухнях деревянные, то есть вот это, кто имеет в виду, кому нужна мебель, можете обращаться, мы из массива ангарской сосны брошированную под старину, очень красивую, которую на столетие, вот мебель делаем такую хорошую сейчас, только для моего хозяйства делали раньше, ну потому что эко-отель, тоже много мебели, сколько кроватей, тумбочек, шкафов надо обеспечить, ну а сейчас уже можем делать на заказ. Ну, мой подход вы поняли, поэтому про качество, я думаю, вы вообще, так сказать, ну, в общем, что там, не буду даже говорить. Ну, на улице вот такие даже томаты, вот видите, в Тверской области растут у нас, потому что вот правильная технология. А это вот гингобилобы, ну, так в разных стаканчиках уже двухлеточки сидят. Тоже вот мы их ставим там. А это вот мыльный орех, прочие тут интересные, значит, виды растений. Дубы некоторые виды, ну, не наши, а там, так сказать, канадские. Вот. А это вот даже грибы, когда солому снял, посмотрел, смотришь, запах такой, думаю, ну-ка вот и грядки, вот те самые в зимнем саду, ну, где инжиры. Вот, шампиньоны, потому что с соломой передаются эти высшие грибы, споры разные, и бывают, порой растут, видите, ну, вот томаты, это в пленочной теплице. А вот на улице, где, да, раньше накрывали гео таким типом, это, значит, материал, ну, тут где-то пленка, где-то вот геомембрана такая, значит, создает такой некий, ну, когда на улице, может быть, небольшой там, заморозок еще там вот в мае бывает тоже, бывает, так сказать, даже в середине. Ну, сейчас я это не использую, честно говоря. А вообще в теплице всего лишь бочку с водой поставили, вода синяя, черная, там бочка, ну, там 200 литров на 3 на 6 метров, одну достаточно, чтобы вот этот месяц использовать уже с апреля. Сначала не бояться, даже если на улице минус 5 будет, там внутри будет все равно 0, там плюс 1, а если две бочки, так еще больше. Так что вот это термомасса, это эффект, принцип термомассы, кстати, который, говоря о фундаментах по строительству, я разных там использую как стены, как вот чтобы точки росы не было, чтобы внутри материал был термомассой, как использовать, это я все тоже буду рассказывать. Вот. Вот, это гингобилобы, которые уже там 3 года. Ну, вот 3 зимы она, вернее, 4 года, 3 зимы она в грунте, в открытом, не накрывали, ничего, минус 25 было и больше. Вот, это все, это вот метасеквоя, та самая, которая до 120 метров растет, самые высокие деревья, секвоя дендра, метасеквоя, вот те самые, которые, так сказать, с Америки, да, с влажных лесов. А это вот рассады, которые вот ту я показывал, перчики маленькие, а это вот томаты, вот она после пикирования за... так сказать, 3 недели вот такие огромные уже томаты, толстые, вырастают дополнительные корни. Ну, там, в общем, про это я потом подробно еще расскажу. Значит, вот те самые ягоды, в данном случае малина дикая лесная, которая вот такие баночки по 0,4 литра, и после перетирания с сиропами, причем сиропа всего 150 грамм, как вот варят варенье, половину сахара планет, да сахара вообще есть нельзя. Ну, ладно, а тут 150 грамм сиропа, и на килограмм, значит, малины перетирается, ну, например, да, замораживается все после разморозки, первозданный качественный продукт, ну, сказка. Ну, разные наши тыквы, видите, кабачки, какие вот огурчики, вот эти вот, тоже их около 100 сортов, наверное, за все время сорвали. Есть у меня старинные сорта, которых еще советской селекции, русской старой собираю, что возможно, потому что у меня есть там и там, капусты какие-нибудь старых сортов 40-х годов селекции и так далее. Ну, то есть, такие вот, видите, огурцы не успевали, каждый день снимали, там, растут не по дням, по часам перчики, начиная от маленьких, вот если теплица с южной стороны маленькие растения, а потом выше, выше, выше используют сорта, поэтому надо правильно подбирать. Ну вот есть такие, видите, как они прям усыпаны, уже маленькие, а вот усыпаны, да, все перчиками. Так, вот это вот перцы, видите,
у меня вот под этими лампами, под рефлаксами стоят. Вот они такие. И еще сверху замульчированы. Они же быстро высыхать могут. Ведь у меня такие, у меня вырастали иногда до 50 сантиметров в таких малюсеньких горшочках. И прекрасно. Не теряли потом дальнейший темп роста. Все из-за почвы, из-за качественного дренажа вот здесь. Вот из-за вот этой вот мульчирования соломы. А то не польешь, так засохнут порой. Высасывают-то. Это маленькие еще пока, когда они уж 40 сантиметров. В раз. И не нужны огромные вот эти из-под молока стаканы гигантские. Там, и стаканчики-то вечные каждый год использовать можете заново. А это вот бананы у меня. Так вот, они черенкуются. И вот, так сказать, вот высаживаю вот тоже вот под этими лампами, да, вот, как вы видите, они растут, какие великолепные бананчики. Вот у меня есть проект создать теплицу такую, знаете, как, ну, коммерческую в том плане, ну, как, значит, выставочную для у себя в Пушгарах, здесь, в Псковской области, для того, чтобы люди могли приезжать в экскурсии, смотреть, то есть это такая 50 на 20 метров, 1000 квадратов, высотой 12 метров для, так сказать, уголка тропического, но только плодового леса, чего нигде в стране у нас нет. Даже в Питере, ну, есть ботанические сады, но такого не будет. Вот, вот будем тоже постепенно, так сказать, не сразу, все это очень большие вложения, но, так сказать, я надеюсь, воплощу свою мечту. Так, ну, что я вам еще сейчас покажу, и перейдем к... Давайте буквально вкратце, что я вам сейчас покажу. Ну, пару слов, да, давайте скажу. Прям тут немножечко кадров, и мы с вами, значит, еще кое о чем поговорим. Это вот у меня морозильный домик, где вот эти блоки сплит-систем, тут уже минус 25, и все забито вот сейчас ягодами и прочее, все вот, значит, так просто показывает. Такой, кстати, технология интересная, там ППУ, она же вот эта пенополиуретан, специально напыленный между слоями там, ну, каркаса, а он... Даже космическая станция МИР имела 80 сантиметров этого ППУ, а у меня здесь, то есть хороший теплоизолятор, а у меня здесь до 30 сантиметров. Ну, чтобы вообще теплопотерь было мало, и очень долго работали надежно сплит-системы, и редко включались, соответственно, чем меньше оборудование работает, тем дольше оно служит, и тем меньше электричество расходуется. Ну, это ладно, это уже другие темы. Вот такие ящики, вот тут пересаживают цветы тропические, подписанные растения, куда что, и потом тут... Бурный был рост, который вы видели. Ну, а это у нас, так сказать, вот панели ставят, это уже в другом помещении, вот такие тоже сплит-системы, моноблоки, вернее, моноблоки. Это с другой стороны выход, это с другой вход, внутри вот этой холодильной, на 30 кубометров холодильная камера для хранения овощей наших и прочее. Есть у нас и амбары сделанные, видите, вот в картошина из самана, это штукатурка такая, сделанная из глины, очень тяжелая у нас гончарная хорошая такая глина под ногами, значит, соломой, вот видны прожилки с определенной пропорцией песка, каркас двойной, а потом соломенные блоки, вот штукатурица, они прессованы, очень теплый, там всегда даже на улице минус, а здесь плюс, а под нами подвал, и вот, значит, ну это ладно. А это кадр гингобелова прорастает как раз в вермикулите, вот такой парниковый эффект создается, до 32, температура 3, все держит прекрасно, прекрасно держит. Так, а это вот гидропоника, ну это аквапоника, это аквариумная стойка была. Я решил, как-то мне один человек приехал на мои занятия, говорит, а вот сейчас модно в Америке, значит, вот, и вроде как аквапоника, ну, так сказать, аквариумы есть, люди как используют. Я там за 2 дня мы собрали слив один большой, полтора метра аквариум из оргстекла вот в стойке, и просверлили дырочки, там сделали, он с общей системой фильтрации соединен. Вода, понятно, рыба, если кормить только экологически чисто, натуральными кормами, то рыба выделяет питательные вещества, это азот, аммиак, там нитриты, нитраты, это все то, что является ядом и травит рыбу, и подменивать воду все равно надо, а это может, применяя, пропуская через грунт, в данном случае вот крупный керамзит, а тут мельчайший, 3-5 миллиметров фракция, вот петрушка растет, укроп, потом просто заросли были гигантские. И действительно, питательные вещества употребляют растения, а вода в аквариумах или там в водоемах уменьшается доза нитратов и нитритов, которая вредна для рыб, а для растений это питательная среда, и есть некий симбиоз такой. Это прекрасно. Я его сделал, ну, повторил это просто, зная принципы биологические все там вот за 2 дня, и потом у нас вот за месяц дал вот уже вот такой эффект, а дальше семена, так сказать, вот проросли все, и дальше были заросли. То есть это тема интересная. Вот у меня ставится задача, я ее могу там любую за... там, несколько дней или месяц там сделать. А вот, ну, вот эта рассада в тех же малюсеньких стаканчиках, видите, вот баклажанов, огромные листы, то есть растение масса почвы до 50 раз, и качественный рост при этом все, так сказать, да, применяя правильно технологии. Так, знания, нюансы биологические небольшие. Ну, я, да,
Стройки. Давайте так, если что, я потом вам покажу. Сейчас не буду, наверное, это показывать. Хотя давайте быстренько прям пробежимся, прям быстро. Я вам, ну, как анонс, в общем-то, предстоящего, допустим, мероприятия по строительству, у нас же много функционалов, потом всем это интересно, удачники хоть что-то достроят. Это был тот самый зал, такой ужас, ну, просто стены, когда внутри просто стяжка потом лилась, тут песок навозился, стяжка, можно сразу плиту лить, но тут был ленточный фундамент литой, поэтому, а тут зимний сад, ну, сейчас его еще, тут нет старые фото-то, да, доски, ужас. И вот следующий кадр, когда уже все, отделка, все, вот, посмотрите, красота какая, да, бетонный пол, все, тут плиточка, тут вот такая таракотовая плитка керамическая, вот такая теплая, красивая, стены, печка русская, которая 10 тонн только кирпича печного качественного пошло. Светодиодные светильники малоэлектричные, а только светодиодные. Они сейчас очень дешевые технологии, потребляют мало экономично. Вот. Ну и тут, так сказать, вот выход в зимний сад как раз. А и вот занятия вот мы проводили, это я как раз, и люди вот по столом. Ну это все сами, там, это все делается легко, ну, в наших условиях. Вот это сруб, который был у меня огромный, делался еще на Селигере 8 лет назад, перевозился потом с 40-го бревна такой. Это так, чтобы вы понимали. Это вот Селигере первая гигантская моя стройка была, где дом такой огромный, кошель, буквой «П», портал задний 47 метров длина, тут 30, единый дом-комплекс, это озеро Стерж видно, но который я потом отдал, меня там очень, ой, нехорошо архитектор местный, что называется, подставил, так сказать, оказывается, зона особо охраняемой памяти архитектуры была, строиться вообще нельзя, хотя у меня по свидетельству, видите, как у нас закон отечественный, свидетельства на землю о обременении нет, могу строиться, и фермерское законохозяйство, имею право, а, так сказать, вот особо памяти архитектуры никто не предупредил, потому что не люди же у нас, а сами знаете, кто в большинстве своем, и вот, так сказать, такое хозяйство, я его раз в пять смог дешевле продать, честно, человеку, естественно, я человек порядочный, и, так сказать, объяснив, но у него какие-то свои там юридические лазейки, там он специалист, ну вот, приобрел, потерял много, но тут был и колоссальный, конечно, опыт в строительстве, это очень сложная была технология постройки, вот из симпролит блоков тех самых, а это верхний слой, когда еще армируется, мы его, конечно, не в два арматуры, не в две, а в четыре верхний пояс, а он в трех поясах над окнами, под окнами, и вот наверху, где уже стропильные индовые вот эти стоят. И вот даже мне Милундевич, архитектор, вот изобретатель технологии, говорит, ну это вот, что я сделал больше, чем надо, даже если бы я верхний ярус в две пропустил, это строение, этот тип построек держит 10-бальное землетрясение. 10-бальное землетрясение. Вот, ну, про эту технологию очень интересную расскажу на своих, так сказать, вот тоже, а это уже в картошном у меня построены по этой технологии уже вот здание гаража такое 26 метров в длину, там тоже мастерская сейчас, а это то, что я показывал, штукатурка по соломе была, вот соломенные блоки, это как раз амбар тот самый, ну, стойки середины, это временные, они, естественно, убрались потом, вот эти блоки прессованные, как их спрессовать, чтобы они здесь не... зазор не образовался, это я все на своих занятиях, в общем, все сотни нюансов, технологии объясняю. Так, это котельные, вот эти рококотлы, рефлекс-бойлеры, тут, кстати, она чем хороша, заслонка правая открывается, например, там дрова, да, твердотопливные, а левую заслоночку, такая, она дизельная, а есть газовая, очень удобная, ну, так сказать, у кого что, это вот мое то в картошное хозяйство, вот вид зимний, вот летний, вот, кстати, солнечные коллекторы. Я знаю, все технологии, начиная от ветряков на магнитной левитации, до газа Брауна, и все, что вы бы не назвали, все это я изучал. То есть, не знаю, у меня в голове, не знаю, там, люди удивляются, как это возможно. Ну, возможно, потому что я никогда в жизни своей ни одного грамма алкоголя не выпил, и поэтому у меня иные возможности принципиальные мозга. А как биолог, как специалист в этой области, я вам скажу, что алкоголь... в первую очередь, конечно, разрушает любые дозы, любые граммы, разрушает головной мозг. Ну, это просто страшным образом. И еще торсионные поля на 3 года буквально, если от любой рюмки, вот это уже ученые проверили, изобретя приборы специальные, что вот эта связь с родовыми эгрегорами, вот с этими энергоинформационным полем, она просто уходит от буквально нескольких грамм алкоголя. Так что никому не советую эту мерзость, ни вино, ни водку, никакую гадость никогда в жизни ни грамм даже не потреблять. И тем более это оружие, которым уничтожает наш народ и фактически русскую деревню уже уничтожили. Поэтому не вносите свою каплю лепту вот в это страшное дело, чисто сатанинское дело, это проклятый алкоголь, так сказать, это страшное оружие генное. И пока нация не распознает, что это генное, оружие, которое спущено для уничтожения нашей нации, обречено. Ну, вот это, конечно, горько, но не мог не сказать. Ладно. А это стропулы, очень интересные котлы, вертикальные, твердотопливные. Могу тоже о них потом рассказать. Это вот у меня дом в Подмосковье, где утепляется многослойно термофолом. Тут
там между вагонкой, там просто кое-какая электрика для наружных нужд проведена, и тут у меня очень много там интересных растений, водоемов, но об этом невозможно все сказать. Это вот как раз в Подмосковье тот дом, который вот меняли полностью внешнюю отделку, меняли утепление там, но все это, так сказать, строилось изначально по канадской технологии, основной дом Торонто модели, а это вот пристройка уже тут за рыборазводнями на втором этаже была, сейчас тут продукты питания, это вот. А это вот в картошном, вот, качественные трубы, а это вот в Пушгарах. Ну, зима, это еще месяца два назад было. Здесь будет тоже определенным образом делаться такие заваленки, значит, облицовываться котелинки дополнительные, вот такие, которые под поле отапливают вот это. Вот, кстати, очень интересная технология, когда почва, если она утеплена теплоизоляционными материалами, отсечена от улицы, может быть и почва, и бетонный кирпич под домом термомассой. И можно, ох, как это использовать экономно в плане отопления и все остальное. Но вот эта вот пристройка к зимнему саду, это вот тут зимний сад огромный, вот этот вот, который будет, он сейчас строится. Это вот с другой стороны вот эта вот пристройка к зимнему саду, а он вот здесь вот. Ну, сейчас, конечно, совсем другая картина. Этот дровник, так сказать, все надо заботиться заранее. Вот этот дровник, который, так сказать, огромный запас. Ну, тут 15 тракторных или 12, не помню, телег. Здесь тоже его просто не было, тогда уже домик стоит для рубильной вот этой машины как раз. Вот, вид с кучей дерна, который мы сняли, а тут площадка, песком нанесли площадку, чтобы там машины ставить, проще. А дерн плодородный, ценнейший тут, заболоченная такая местность немножко была, ну, прям сапропель, мы ее в куче. И сейчас эту землю в зимний сад пойдет, на грядки, то есть все должно использоваться рационально, экономично. А это вот из центральных блоков сделан такой червячник, то есть это вот одни люди, это не моя постройка, но люди делают, накроют, она будет землей привалена, то есть, так сказать, тут гидроизоляция, землей привалена, тем самым будет всегда плюс, очень экономично. Подтапливать немножко надо будет, углубленный фундамент. А это мы, как раз то, мое одно из первых старых строений, то, что мы на Селигере, вот, где внутренний двор, это вот стены тут, тут и тут, видите, как крепость такой строилась. Ну, вот и солнечные коллекторы. Понимаете, в малом масштабе и в большом все можно очень сделать экономично, очень, если знать, вот все нюансы материалов, так сказать, как что стоит, чего не стоит, сколько я ошибок сделал в свое время, огромное количество. Ох, ну про это сейчас чуть позже я вам еще немножко скажу. Вот солнечные, ну тут еще трубы не стоят сами, ну, в процессе монтажа, это вот теплообменник солнечного коллектора, вот они уже стоят на помостах. Значит, а это вот, кстати, каркасные технологии, такие, ну мощный только каркас, не вот этот там простенький, значит, канадский, а вот промазан, думаете, чем, как будто покрыто каким-то пропиткой, лаком, как будто что-то, грунтовкой, а это глина. У нас как полезна глина. Это, она и гнить, древесина не будет, и жучок не поет. И противопожарная она лучше, чем любой огнебиопроф, там какой-нибудь сенеж, там биопроф, да, огнебиозащита. Это лучше глина, ну, если она настоящая, такая вот жирная, тяжелая, она дождем не смывается даже. Даже крыши, сейчас у меня дровник, вот там я не показал, но тоже глиной промазаны, деревянные доски и все. Ну, тут, конечно, понятно, металл, это вот солома, который вот утеплялся пол, потом наливалась глина, солома, глина, и, так сказать, потом уже вот доски пола, так сказать, вот прекрасная теплоизоляция, вот в такие высокий пол, видите, вот 50 сантиметров здесь глубина, вот степлером биосинтепон, не надо никакой рокул использовать, никакой базальтовые утеплители, там фенол, товарищи дорогие, выделяются, вы не хотите беды потом получить со здоровьем, не надо использовать страшные эти синтетические, а вот биосинтепон, если уж он, через него воду пропускают, фильтруют, это материал, не подверженный гниению, слеживанию и так далее, это другой нюанс, но это уже вот они как раз покрыты 5 слоями биосинтепона. Тут осталась только вагоночка. Это вот предыдущие кадры. Это вот зимний сад, где коммуникации подвели. Не забывайте сразу продумывать и подводить так и оставлять выходы. И указывая на плане, вот канализация вот идет у меня, сюда загибается к септику, а здесь мы вывели на углу вверх трубу, потому что мало ли подсоединить что-то придется. И пришлось вот здесь домик, и как раз мы все домики можем сюда соединить, не отрывая общую магистраль. То есть всегда надо предусматривать мало ли что будет. А это кадр, для чего я поместил, просто на будущее. Я вам расскажу, почему вот эти дома все, которые сейчас строят, вот так роковлом облицовывают или там базальтом другим, и вклинивают туда анкера и металлические крепления, а потом, знаете, такие как под гипсокартон, алюминиевые, ну там оцинкованные профиля, только более мощные, плиткой, огромный весом килограмм по 15, так и 60-60 сантиметров облицовывают. А почему обречены такие дома? Обречены. Плитки будут слетать лет через 15-20. А вот это связано с точкой росой, с разрушением. Я сейчас попрошу наших организаторов, попрошу сейчас Даниила поставить
над чатом, сделаем такую небольшую паузу. Я вам расскажу, не отключайтесь ни в коем случае, расскажу о тех инфопродуктах, которые я вам хочу предложить сегодня, и рассказать, что же в них входит, потому что это ценнейшая, колоссальная информация. Ну, надеюсь, вы уже сейчас услышали от меня, кто сегодня вначале был со мной, с самого начала, какую огромную информацию я вам передал за это время, да? Можете представить, что в этих инфопродуктах. Но я вам расскажу, представлять не надо. А сейчас... После этого я буду отвечать на ваши вопросы. Вы пока новые, пожалуйста, не пишите. Я обязательно буду отвечать на все ваши вопросы чуть позже. А сейчас давайте, у кого нет над чатом, просто перезагрузите. Просто нажмите там, говорят, F5, я в этом не разбираюсь, или вот такую стрелочку круглую сверху, верхний экран, или, значит, там будет у вас этот... А, кстати, я, наверное, не переключился на себя-то. Сейчас я, секундочку, меня должно быть видно. Вот, сейчас уже меня должно быть видно, а я включу чат и буду, значит, смотрите, над чатом написано «Курсы Фролова Юрия Андреевича». Нажимаете туда «Узнать подробно». Это, как говорится, ни к чему не заставляет вас просто увидеть. Ну, наверху тут пару слов обо мне, это ладно, меня представляли. И вот смотрите, здесь я буду мышкой, я не знаю, видите вы или нет, вот инфопродукт номер 3. Потом инфопродукт номер 4, это у меня они так просто номера называются, вы на это не обращайте внимания, и 16-й. Это три мощнейших вот этих информационных продукта по вот вообще земледелию и все, что с этим связано. Насколько глубоко вы поняли, я разные темы объясняю. Давайте посмотрим, что входит. Вот инфопродукт номер 3. Первый аграрный семинар, первая и вторая часть. Да, вот ниже опустили немножечко мышку, и что мы тут видим? Туда вошло... огромное, очень информативное занятие с моими гостями, приглашенными, да, где, вот, кстати, вы здесь потом, когда мы, например, сегодня с вами закончим наше выступление, можете посмотреть, видите, вступительные слова и прочие маленькие такие ролики, там отрывочки, кадры из того, что вошло туда в это занятие. Это видео, где я подробнейшим образом рассказывал людям все, начиная работа с семенами, стратификация, проращивание, пикирование, создание мини-парничков, эффекта вот проращивания, иммунитет растений, если так можно, и выращивание рассады. Все, свет, вода, почва, подготовка почвы. Тысячи ценнейших нюансов вот здесь представлены. Этот инфопродукт стоит и так всего 6 тысяч рублей для этих знаний. Это, ну, сегодня с большой скидкой, ну, 4 тысячи рублей всего будет. Вы можете внизу, вот здесь, вот в самом низу, нажать «Купить», значит, вот, написав свою почту, телефон, имя, и вам после оплаты вы выберете вариант удобной для вас оплаты, и вы получите автоматически ссылку на скачивание. Если вы вдруг оплатили и не получили, вы просто в спаме. Как правило, это у людей просто в спаме лежит. Значит, посмотрите. Или к организаторам обратитесь, не волнуйтесь, каждый, кто оплатит, получит моментально этот уникальный инфопродукт. Потом вы сможете скачать, кстати, сразу скажу, это важно тоже, там очень большой объем, вы видите, информации колоссальный, но вы можете это скачивать день, месяц, год, не волнуйтесь, эти ссылки закрыты не будут, сколь угодно долго. Если что, лично ко мне потом обратитесь, но не волнуйтесь, я вам это обещаю, то есть скачайте. А в открытом, в прямом эфире тоже можете смотреть, кто получит эти, соответственно, ссылки, кто оплатит и получит навсегда, сможете переписать, записать на жесткий диск, у вас будет это навсегда информация. То есть все, что касается до рассады, до момента пересадки в грунт, тут полностью все. И кстати, по аквапонике. И, кстати, по аквапонике. Там подробно я все это тоже разберу. Что касается четвертого, давайте на него нажмем. Следующий инфопродукт, номер 4. А это второй аграрный семинар. Вот здесь все, что касается, ну, скажем так, от рассады до вот работы с щепой. Тут вошел двухдневный мой семинар, практически обучающий с моего хозяйства в картошном экопоселении, который, да, там от грядок до теплиц зимних садов, там конструктива, инженерии, биологических особенностей работы с зимними садами, теплицами, с отоплениями, мы там разобрали все, касается энергосбережения, ну, то есть все, и плюс все, что меня люди спрашивали, это было там почти, ну, там 3 дня вечером заезд, пятницу, субботу и воскресенье занятия. Так. По компосту, по приемам, методам, ну, в общем, плюс, вот, ну, это вы можете посмотреть, кстати, нажав сюда мой совершенно бесплатный открытый вебинар по теплицам, зимним садам. Безусловно, там очень много ценной информации, но, конечно, не того объема, что вот в этом инфопродукте, он тоже огромный. Вот, можете потом его приобрести, также нажав «Купить», он стоит 10 тысяч. Туда входит уже, я говорю, несколько дней, это
колоссальная информация и огромное количество ответов на вопросы. И сегодня 6 тысяч цена, а не 10. Получите вы с этого, ну, уверяю вас, эффективность, то, что вы эти деньги не пожалеете, это просто в десятки раз там, ну, все зависит от масштабирования вашего, так сказать, хозяйства и будущего, но это информация, это самое ценное, что есть в наши дни, так сказать, на самом деле, конечно. Так, нажимаем на 16-й инфопродукт, что входит туда. А вот здесь как раз это после всего вот тех занятий моих, ну, я еще провел одно занятие, в котором я, помимо прочего, как бы подытоживание прочь, разбирается еще подробно много новых технологий, приемов, там тоже большой объем информации, как дополнительный. То есть там процентов 75-80 новый, и, но только старый в связи с тем, что надо было к первоистокам людей, что называется, к слову, да, к необходимости послать и дальше, так сказать, это дело развивать, вот эти все. В общем, вот это огромный тоже объем информации, он стоит 5 тысяч, и сегодня всего 3 тысячи. Ну, именно потому, что там есть часть, кто-то скажет, да, это вот было. Ну, было, правда, в другом ракурсе. Но, тем не менее, по совести, поэтому он дешевле. И сегодня еще комплект есть возможность. Вот самая правая колонка в этом ряду, где вот инфопродукт номер 3, 4, 16, есть такой комплект. Нажимаем на комплект. Это все три курса, все три вот этих огромные информации, вот можете так вкратце прочесть. Она вообще 21 тысячу, но по номиналу стоит. Ну, со скидками 4, 6, 3, это 13 тысяч, да, но будет 12. То есть еще с такой скидочкой почти 10%. Можете купить все три, что очень разумно, и это в два раза меньше номинальной их стоимости, хотя и он, номинал, чисто условный, небольшой. Для этой объема знаний уж, наверное, вы, значит, теперь это в этом убедились, потому как мы сегодня даже с вами провели занятия. А теперь давайте я, можно уже, как говорится, перейти на чат. Вы всегда сможете купить сейчас, если вам что-то захотите. Просмотрев ссылочки, там и те маленькие ролики, кадры из, например, моего занятия там, да, вот, вы можете купить позже по ссылке, но помните, что цена это будет только вот сегодня и еще завтра, наверное, а потом будет номинальная цена поднята. Так. Огромное спасибо, Юрий Андреевич, за вашу интереснейшую и наиценнейшую информацию, которую вы сегодня нам подарили. Я уверен, наши дорогие зрители сегодня на самом деле забалдеют и будут пользоваться вашими курсами, которые вы сейчас предлагаете, и сразу же буду показывать, как оформить заказ этих мощнейших и заказать мощнейшие эти курсы от Юрия Андреевича. Видим, доступен у нас баннер над чатом. Чтобы он появился, жмите на вот эту стрелочку в верхнем левом углу, чтобы обновить страницу, либо на вашей клавиатуре жмите клавишу F5. Комната обновится, и вы нажмете на этот баннер и попадете на сайт, где вы, собственно, и закажете данные инфопродукты мощнейшие. Так, видим сразу первый. С огромнейшей скидкой каждый из четырех предложенных инфопродуктов доступен для вас, дорогие зрители. Эти два дня, поэтому прямо сейчас заказывайте, не жалейте, никакая стена не стоит перед вами ограждением. Для вас сейчас огромнейший шанс и огромнейшая возможность. Первый вот у нас инфопродукт номер 3. Первый аграрный семинар правового Юрия Андреевича. Часть первая и вторая. Подготовка почвы, почвенные бактерии, микроризы, семена. Стратификация, проращивание, пикирование, выращивание рассады, полив, освещение и многое другое. Съемки с трех камер, более 30 часов видео. При покупке инфопродукта вам высылается ссылка на скачивание. Размер инфопродукта 19 148 мегабайт. Продолжительность инфопродукта 1873 минуты. Отрывки с первого аграрного семинара, который вы можете прямо сейчас вот, включать и смотреть отрывки. Вступительные слова, к примеру, к началу аграрного семинара 23 апреля 2014 года в актовом зале Юрия Андреевича. Также продолжаются следующие отрывки. Вы можете включить и просмотреть интересные вам контакт семинары, выступления. Смотрите, когда удобно и где удобно. Ставьте на паузу, повторяйте за мастером снова, чтобы добиться лучшего результата. Записи доступны на любых устройствах, нужен только доступ в интернет. Вот такой вот личный мастер у вас в кармане, дорогие зрители. А чтобы заказать этого мастера, вводите
свое имя, свой адрес электронной почты, e-mail и мобильный телефон в международном формате с кодом страны. Проверяйте точность введенных вами данных, чтобы не ошиблись с оформлением заказа и все к вам точно пришло. Проверьте введенные вами данные контактные и жмите «Купить». В следующей вкладке выбирайте самый удобный способ для вашей оплаты. Visa, MasterCard, Сбербанк, PayPal, Евросеть, либо любой другой, который вам предложен. Выбирайте удобный вам вариант оплаты и уже завтра ждите звонка от нашего менеджера, который на следующий день сразу же с вами свяжется, ответит на все интересующие вопросы и поможет с доставкой и оформлением заказа. Движемся дальше, дорогие зрители. Инфопродукт номер 4. Второй аграрный семинар от Фролова Юрия Андреевича. Теплицы, зимний сад, конструктив, инжиниринг, биология, методы приема почвы, высадка рассады, компост, высокие гряды и многое другое. Съемки с двух камер, около 10 часов видео. Также напоминаю, что при покупке инфопродукта вам высылается ссылка на скачивание. Размер инфопродукта 5744 мегабайта. Продолжительность инфопродукта 543 минуты. Юрий Андреевич очень рекомендует тем, кто имеет или планирует иметь свое хозяйство, огород, гряд, землю, приобрести данный комплект, продукт номер 4. Это второй комплексный семинар, первый в этом году, из хозяйства Юрия Андреевича из Картошина. Выездное занятие, где присутствовала группа людей, с которыми провели 2 дня и подробно разобрали все вопросы, связанные с зимними садами, теплицами, строительством конструкций, утепления, энергообеспечения, освещения, подогрева грядками. Юрий Андреевич рассказал и показал, как раз была испытана рубильная машина, как готовить идеальный компост, биогумус, чего только не было, и про высокие теплые грядки проговорили и посмотрели на практике, как создавать правильно эффективные урожайные грядки. Вот прямо здесь доступна вам запись, 3 часа вы можете все досконально посмотреть и изучить. Напоминаю, что можете смотреть когда удобно, где удобно, только нужен доступ в интернет. Вы можете ставить на паузу, повторять за Юрием Андреевичем снова, чтобы добиться лучшего результата. Все досконально изучите и перемотаете. Записи доступны на любых устройствах. Напоминаю, нужен только доступ в интернет. Заказывайте, вводя свое имя, свой адрес электронной почты и мобильный телефон в международном формате с кодом страны. Проверяйте точность введенных вами данных, жмите «Купить» и в следующей вкладке выбирайте самый удобный способ для вашей оплаты. А уже завтра ждите звоночка от нашего менеджера. Движемся дальше, дорогие зрители. Инфопродукт номер 16. Запись семинара по органическому земледелию от 14 марта 2015 года. Еще важно, жизненно важная информация, наиценнейшая, которую вам хочет предложить Юрий Андреевич, новый инфопродукт номер 16, посвященный органическому земледелию по счету. Это третий продукт по земледелию и первый за этот год. Этот семинар, который прошел у Юрия Андреевича в хозяйстве 14 марта. Запись 2 камер, видео около 6 часов, важной информации от семян до строительства и обогрева. Поэтому, дорогие зрители, вводите свое имя, как это делаю я. Вводите свой адрес электронной почты, e-mail и свой мобильный телефон в международном формате с кодом страны. Проверяйте точность введенных вами данных и жмите кнопку «Купить». В следующей вкладке выбирайте самый удобный способ для вашей оплаты. Visa, MasterCard, Сбербанк, PayPal, Яндекс.Деньги или любой другой, который вам удобен. Жмите на него и уже завтра ждите звонка от нашего менеджера, который поможет вам получить эти жизненно важные и полезные информативные продукты, которые сейчас для вас доступны за такую низкую стоимость, дорогие зрители. Напоминаю, что цены будут повышаться уже послезавтра, поэтому не пропускайте такой огромнейший шанс и такую возможность мимо. Движемся дальше, дорогие зрители. Комплект из 3 инфопродуктов. Сразу все инфопродукты.
в этих инфопродуктах 3.16 то, что Юрий Андреевич и там рассказывает Азов, о семенах, работе с ними, проращивание, выращивание рассады, показывает все наглядно в течение, в том числе, как пересаживать рассаду, пикировать, освещать и прочее, ускорять темпы роста. В номер четвертом инфопродукте рассказывает и показывает различные манипуляции и сосредотачивается на теме семян и рассаде, выращивания здоровых растений и получения больших здоровых урожаев. А в номере 16 инфопродукте на вопросы теплиц, агроприемов, компостирования, работе с почвой, пересечение неизбежного до 25% информации, но разница очень велика, информация бесценна, они дополняют друг друга сильно. В 16-м инфопродукте демонстрирует Юрий Андреевич десятки слайдов и комментирует их подробно, а люди наглядно понимают суть процессов, приемов и причинно-следственных связей. В номере 3-м инфопродукте подробный семинар, очень подробный по работе с рассадой и видео из питомника Юрия Андреевича, где выращивается рассада с показом устройства горшочков, которые используют для результатов применения технологий Юрия Андреевича самого. И темп роста и крепости растений, они, конечно, разные и прекрасно дополнят друг друга. Вот этот мощный комплект из трех инфопродуктов вы можете заказать прямо сейчас за такую низкую стоимость, которая доступна всего 2 дня. Не ошибайтесь, дорогие зрители, делайте выбор свой прямо сейчас, вводите свое имя, заказывайте данный мощный комплект, вводите свой адрес электронной почты, e-mail и мобильный телефон в международном формате с кодом страны. Проверяйте точность введенных вами данных и жмите кнопку «Купить». Выбирайте самый удобный способ для вашей оплаты – Visa, MasterCard, Сбербанк, Евросеть, Яндекс.Деньги или любой другой предложенный вам вариант оплаты. Выбирайте, жмите его и уже завтра ждите звоночка от нашего менеджера, который ответит на все интересующие вас вопросы, поможет с оформлением данного заказа. Выбирайте, дорогие зрители, нужные вам мощные инфопродукты, рассказывайте своим друзьям и близким, ведь сейчас для вас огромнейший шанс получить жизненно важную и наиценнейшую информацию для будущего поколения, не только будущего, для сегодняшнего нашего счастья. Дорогие зрители, заказывайте. Еще раз огромное спасибо нашему сегодняшнему мощнейшему спикеру, фрау Юрию Андреевичу, за такой невероятный вебинар. Огромное спасибо вам, дорогие зрители, что были с нами и делились эмоциями. Я расскажу, кто ждет вас уже завтра, какие спикеры. Завтра будет выступать Станислав Карпук с темой «Формировка сада гнутью». А сразу же после Станислава Карпука выступит Станислав Орехов с темой «Как стать дизайнером интерьера с нуля». Заниматься творчеством, создавать уютный дом для клиента и достойно зарабатывать. Вот такие вот наши завтрашние мощнейшие спикеры ждут вас. Поэтому в 19:00 по Москве, как всегда, мы начинаем. Напоминаю, что запись трансляции сегодняшней и каждой, которая у нас происходит, доступна сразу же после завершения всего вебинара. Вы сможете прямо в этом окошке также включить, нажать play, перемотать и изучить досконально тот или иной интересный вам момент. Желаю вам доброй ночи, дорогие зрители. Меня зовут Даниил, и я очень рад, что вы с нами.